камик по этой подергай рукой. Занять место, да. Хорошо, камик тоже работает. Хорошо, хорошо, хорошо. Бля, тебя что я теперь за этого? Готовится, что мне? Поехали нажать. Подожди, кто я? Нет, там флеш отошел. Подожди, флеш отошел. Не понял, а почему флеш? Почему я вернейшим вером под флешем сижу? Камик под флешем. Что, блядь? Только манурин. Только манурин под манурином. Нет. А какая разница, да там сейчас в игре похуй, главное, чтобы вебки просто были выявлены. Персонализация? Не, местами, да, ты, мне кажется... Да. А, нихуя! Бать, я панда. Ебать! Просто. Хуя, это жестко. Во, нормально. Манурин под манурин. Ну-ка. Сварщик. Так. Это я, кстати. Так, я готов. Сейчас. Подожди. Ситуация какова? А мы кто вообще мы? А мы не можем смотреть, манурин? Подожди, а где я, блядь? Вы, смотри, камик на мне. Шаверма на флеше. Флеш на камике. А я так, на шаверме. Главное не путаться. Человеческая многоножка. Вот, я вот этим буду, все. Я напился, что делать? Жена скоро пойдет. Ты крутой человек, Стас. Спасибо. Что будешь делать, когда нормально, жена скоро пойдет? Горящий пердак, нормально, блядь. Пресс-эф, братан. Ну, типа, сюда. Ну, я не знаю. Фил, когда человек напился и жена скоро пойдет, что делать? Не знаю. Не знаю. Ответа нет. Не знаю. А ну, что, го стартуем уже. Ну, ей же. Флэш это фон. А, блядь. Мужики, я бы вам посоветовал, если бы я пил бы и боялся свою жену. А я ни того, ни другое, ребят. Не пью и не боюсь жену, блядь. Ну, чужую только, если. Го. Да. Блядь, плащ прикольный. Салам, салам, пацаны. Так, спасите себя от жары на карте в зимней тематике. Идеальный подход для 4-8 игроков. А что мы делаем? Я не знаю. Ну, ты же, типа, здесь много карт и много всяких мини-игр. Там, на ловкость, на, типа, на какой-то там, на, блядь. Давай. Короче, на всю эту хуйню. Это значит, внизу кто-то недоступен. Там... А что с ну, плащ а недоступен? Что? Почему? Сейчас будет пиздец, говорит. Нажми назад и готов. В смысле, я готов. А ну флеш идем. А вы нажали, что-то готов. А, все, я нажал, блядь, не буду. Грация кошки, ловкость картошки, с иглы. Поехали. Далее, поехали. А как поехали? Поехали. Назад и там... А, есть, да. Поехали. Нормально вебки, не перезеленой девите. Фью, заебум. Главное, что никто не лагает. Вообще обалденно. Да. Здорово. Блин, если чат реально, ну, сидим позитивно. Мы быстренько с вами... Ну, музыка такая прям прикольная. Ебать, вообще круто сидим. Let's go. Смотрите. Прям максимально позитивно. Охуенно сидим. Разные есть карты. Надеюсь, сейчас, блядь, жопа не сгорит. Лайтовенько поначалу, а? Да. Чат читай, еблан, да за что, блядь? Понять, что я ты... читаю а чат, за что? Читаю, я стараюсь читать, просто я всегда увлеченно играю. Так, карту какую-нибудь поменьше давайте возьмем. Батя Крестатуру, да. Чат читай, еблан, блядь. Ну смотрите, поменьше есть кавардак, ржавые руины, есть пиратский рай. Куда идем? А на каждой карте свои условия, пират, правильно, рай, что надо нравится делать или нет? Нравится или нет? Пиратский рай, смотри, как приятно, как будто, блядь... Блядь, это червячки, что ли, или что это? Нет. Кому? Это... Я все червячок навострен, представите. Бля, фильм цвет спиздил. Пиздец. Это я, да, это я. Вор. Спасибо. Подождите, на каждой карте своя уникальная механика, правильно? Да. Ну все, похуй, давайте тогда. Любую, вообще похуй, давайте рандомную. Юра, пошли. Поехали. Сэндвич Гейм, спасибо, родной. От души. Сэндвич Гейм, спасибо большое. Спасибо большое. Пожалуйста, на здоровье. Спасибо. Здоровья всем, спасибо. Окей, поехали. Фил, там камера сверху мешать будет. Но если что, что-то подвину. Если. Блядь, если что-то будет мешать, я подвину. Вообще не поехали. Типа без проблем, скажите. Смотрите, чуваки, объясняю. Сейчас начнем объяснять. Работаем, все видно, блядь. Заебись, все работает. У всех на стриме, да. Алерты, все включено, все хорошо. Let's fucking go, как говорится. Загрузка игроков 0-4, все. А тут сложная игра? Она элементарная, Вань. Так. Хорошо, блядь! Каждый нажимайте. Подожди, я свой пробел! Блять, вот. 2. 0! Так, только не 9. Только не 9. Пошла нахуй! Кто я? Бля, ну не чувствую. Смотрите, господа, объясняю. Теперь я объясняю. Это карта. Мы в ней типа как фишки. Суть игры в этой мини-игре.
Вы нажимаете пробел и идете. И ступаете на какую-то фишку, которая разные вещи значит. А, соответственно, вы на перекрестках иногда можете выбрать, куда идти. Кто первый? Я. Использование Q. Ебаш, ты сейчас ничего не можешь сделать, у тебя нет предметов. Предметы даются, если вы хорошо играете в мини-игры, занимаете топовые места, или если вы подобрали эти предметы. 8, смотри. Теперь ты можешь выбрать, куда тебе пойти. Дальше или по кругу. Ты можешь нажать какую-то кнопку, да. Это как ты нажал, я забыл? R. R. Вы можете нажать R и посмотреть, ну, карту. Влево-вправо стрелочками на ВАЗде, или там на, по-моему, на ВАЗде, или ХЗ. На ВАЗде посмотри. Нажми V-A-S. А я не знаю, куда идти. Ну, куда налево? Нет, подожди, ты нажми что? R так. И камеру двигай. А, мышкой? На ВАЗде. Ну или мышкой, я хз, я не помню как. А, можно на ВАЗде. Вот смотри, у тебя осталось 6 ходов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ты возьмешь хилку. В принципе, лучше, наверное, идти дальше, чем по кругу мотаться. Let's go. А, вон ящик с сокровищами. Видите сундук золотой? Ну вот и да. Похуй, иду на сундук, вот, ежи, задача, ежи, блядь. Задача, имея 40 ключей, которые вы фармите по карте и в мини-играх, подойти к сундуку и забрать оттуда кубок. Кто наберет больше всего кубков за 30 ходов, тот ебаный в рот, могло что-то попроще быть, блядь, человек исполнен. Это вообще элементарно, ну камон. Это инсейн. Собирать сундуки, для сундука нужно 40 ключей. Ключи фармятся мини-играми и по карте. Это инсейн. Let's go, дальше иди, давай, разберешься. А как ходить, блядь? На левую стрелку нажми мышкой. А, мышкой, то есть мышкой надо, конферм мышкой. Да, да. Флэш, а тебе сколько выпало? Мне выпало 3, 2 или 3, не помню. А я всех, блядь. Эр, нажми обратно, Фир. Ребята, Ташкенту приедет, кто с Ташкента приходит? Давай, и мышкой тыкай. Здорово, Ташкенту, ребят. Заебись, все, побежал вперед. Бля, ты куда бежишь, остановись! Теперь ты можешь побежать налево и направо. Вот, смотри. Вот там ключи есть, я вижу. Да, чтобы подойти направо, ты будешь ключ брать. Но ты видишь, типа золотой вот этой хуетой, которая летит, показывается кратчайший путь к сундуку. Да. Вот. Поэтому так у меня же ключей нету, правильно? Да, но ты теоретически сможешь их нафармить в мини-игре там и так далее. Теоретически ты сможешь их нафармить. Тогда. За первое место дается 6 ключей, за второе 5, за третье 4, за второе... А когда файтиться-то будем, блядь? После того, как все походят. Ага, что делаем? Кью. Пробел. Поехали. Пробел. А, пробел? А. Пробел это вы брось кубик. Бля, ебать тут сенса быстрая. Пошел! Теперь выбираешь, куда идти. Лучше перед тем, как идти на перекрестке, нажать R и писать мини-карту. На какой слот пойдешь. Вот, ты пойдешь на подарок сейчас. Да, это мне надо. Ага. Подарок это какой-то итем. А итемы можно юзать перед ходом. Например, перчатка, пиздануть кого-то убить, там, ружье, бля, телепорт. Я кого-то пиздану сейчас нахуй! Готов, подожди. Давай, налево. Ага. Пошла! Так, что тебе удалось? Перчатка, да, это... Смотри! В мили-рендже, она работает на две клетки. Но она шоу. Маятник, нахуй, ебашу, просто, что? Смотри! Ша, нахуй, 4 удара было, вы не видели, веб-камера плохая просто. 6. Пошел. Ага. Нормально. Давайте я пока от вас пойду. Работаем, дальше. Работаем. На ключ, да? Ключи подфармлю, да. О! Короче, если вы кого-то ебашите, чуваки, то дропаются ключи. Если вы стоите рядом, вы можете понять. Я сейчас отхуярю, Флэш, тут тебе 4 ключа, нечестно. Флэш, а, зато... я к тебе могу? Можешь, да, на одну клетку. Нихуя, бля, не работает, блядь. Сенса просто пиздец. Как, бля, смотри, бля, просто пиздец. Я вообще не двигал, мышка вообще хуя улетает. Вот это две клетки ловушки. Если вы на них наступаете, ловушка. А их еще никто не взял, вы активируете ловушку, и все, кто наступит на эти клетки, потеряют либо хп, либо ключи. Ля, там лутают! Это был первый ход. Теперь, они друзья, теперь. Ебать. Это аркадная игрушка. Пропеллерная гонка, соответственно, типа, летает. Ого, а, подожди, а как? Действие. На ВАЗде. Ну, летит он сам, а на ВАЗде вы только контролируете. Все, понятно, наклон влево-вправо, а ладно, легко, блядь, поехали, блядь. Наклон влево, наклон вправо, это крылья повернуть. Лучший заработай. Как пробил ножи? А, все, поехали. Готов! Ебать, быстро, пизда! Бля. Тех. Он сам летит. Да. Я падаю вниз, нахуй! Блядь, здесь инверсия стоит. Блядь, инверсия ебаная. Пизда, как это... Да. Хорошо, бля, кому-то пизда. Как отключить эту инверсию? Никак. А это я был опять! Почему? Это я? Хорошо, блядь! Блядь, чё, Флэш, что ли? Да, бля, Флэш играл, блядь! Я не по
Паша, блядь! Давай, блядь! Я как не ебал! А сколько у меня жизни? Блядь, я умер, я сначала не понял, я думал, блядь, ёбаный перрыба! Подожди! А как? Я не понимаю, тут... Как у... Блядь, чё-то объясняй, бля, в гонки играю с детства. Ебашь, Фил, я пока подожду чуваков. В смысле подожду? Да пизду, го, блядь, забьём первое место. Я успею еще. Он знает читы, блядь, писец. Да мне по-любому с клавиатурой какая-то невозможность. Крутит, блядь, крутит. Никогда не любил вертолет. Летают ёбаные нахуй летчики. Пизда. Я не понимаю. А ускорение какое-то есть? Нет, ускорение есть, только круги берёт. Куда ты? Как, мужики, как какать? А у меня ноль написал. Вот, смотрите, на своего перса видите, сколько ключей написано и какой подарок. Ебать, а как я топ-2 занял? Бля, мужики, просто а что он делает? Высокое место, просто что он делает? Ну почему? Почему это так легко? А знаешь, давай, почему Фил хорошо летает? Потому что да, у него блядь. Часто у этого, у Севернейма была от винта песня, блядь. Так, смотри, Фил, ты теперь можешь выбрать кровь или ключи. То есть, если кто-то наступит на эту трапу, если ты выберешь кровь, он продамажится. А если ключи, то он ключи, ну, потеряет. То есть, убирай. А, то есть это плюс, он, это плюс для кого-то, да? А нет, как понять, у кого это сколько? Минус, это ловушка. Минус... Ты устанавливаешь ловушку. Да, я понял. А как узнать, у кого сколько хп? А, вон зеленым написано слева вверху, у каждого персонажа. Ага, 30. А в чем задача? Открыть сундук или что? Да, 40 ключей. Задача игры это открывать сундуки. Они окей, требуют 40 ключей. Окей. Тебе нужно сейчас выбрать, что ты, как ты ловушку активируешь. Она будет пиздить. Окей. А если ты выбираешь ключи, то у врага дропаются ключи, а у тебя они получаются. Окей. То есть ты их стилишь, как воруешь. Есть что-нибудь другое, что там это не полеты, ваши инверсии, конверсии, это ебаные. Да меня бесит полеты, да, полет хуйня. От винта. От винта. Ебать, ты в смысле 9? Кто-то 9 заролял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Там ключи, а здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А там хилка. Блин, ну давай ключи подфармим, наверное. Вот это слева от меня, видите, хуйня? Это, короче, супероружие. Оно а почему вы к сундуку не идете, я что-то не пойму. А, ну я пошел другим путем, чтобы, как бы, этот сундук, скорее всего, кто-то возьмет, поэтому я сразу в другое место пойду и там где-нибудь еще что-нибудь. Mm-hmm. Да. Нихуя ничего не пойму. Я на начало хода делаю. Сколько? Ай, ноль, дай ноль. Это же рандом, правильно? То есть невозможно это самое подпрыгнуть и так, чтобы предугадать. Четыре на раз, два, три. Налево ходи, налево иди. Налево, налево иди. Там трапа, Вань. Да там нету никакой трапы, я ничего не активировал, там бонуска, блядь. 3-4, блядь. А вот сюда можно завернуть, чтобы активировать эту хуйню? Сейчас помогу. Куда? А, смотри, у тебя сколько ходов? Сколько ходов у тебя? 4, блядь. Раз, ты где стоишь? На подарке, да? Да вот я, да. Да. Раз, два, подвинь, Ваня, не видно если ключи. Если пойдешь наверх, ты пойдешь на хилку. Ну да. Раз, сейчас только Ваню подвинуть. А если налево, то ты попадешь на ловушку. У меня выбора здесь мало, на самом деле. Направо, да, только направо. Могу вот так вот Ваню подвинуть. Или ты попадешь на ловушку, и тебя пизданет. Зависит от того, что он выбрал. Куда мы пошли? У меня уже... Это что? Это под обстрелом. Смотрите, вы играете за чувака, и вас ебашит. Вы можете все, что делать, это влево-вправо на А и Д. Пробел — это прыжок, а двойной прыжок — это пробел и еще раз пробел, соответственно. Ага. Вам нужно доджить, у вас есть 2 жизни, по-моему, или 3, а 3 жизни. Так, вот. Все, я профессионал. Двойной прыжок. Поехали? Да, это как... Поехали. Фью, легко должно быть. Ты же... Где я, блядь, я не понимаю, где это... Я в хп не пиздец хуярил, блядь. Так, я синий. Бля! Эй! Бля, меня аркасануло! Где я? Бля, ебать! Надо двойной пробел, ребят. Блядь, все, минус. А не, я еще живу. Да в смысле? Вы че? Ай! Бля, я запутался. Как? Ну тварь, блядь! Пизда, блядь, косоебит, нахуй! Да я просто я упал внизу! Все. Да, блядь, вы путаетесь, я ебу, блядь. Да, блядь, да это подкручено, но я ебу. Да нет, да ну, блядь. Ты подарок получил. Смотри, Вань, ты получил подарок. А теперь, господа, послушайте внимательно, 5 секунд.
вы можете активировать предметы. У тебя есть какая-нибудь кнопка, чтобы показать, какие предметы у тебя есть, Вань? Есть, да. Вот смотри, это подарок. Твои предметы. Я объясняю слева направо. Ну, давайте только по активным, чтобы не башить. Смотри, ты можешь сейчас пиздануть Камика и шотнуть его с перчатки. Тогда он сдохнет, ты заберешь себе его ключи. Я бы так и сделал на твоем месте. Если это шо меня, блядь? А как? А ты его ебашь? Выбери единицу, нажми мышкой на перчатку. Теперь направь. Ну? Пробел. Ну, нахуй, хорошо. Смотри. Бери ключи, бери ключи. Вор. Бери ключи. Теперь тебе нужно пройти мимо этих ключей, и тогда ты их заберешь. Камик, это не я, если что. Вы поняли, блядь? Теперь выбирай, куда идти. Можешь нажать опять же на R, посмотреть, на какую ты дойдешь. Камик, я тебе сердечки потом отдам. Блядь, ты же сказал направить, я и направил. Нормально, нормально, красиво, красиво, красиво. Пробел нажал. Красиво. Смотри, если ты пойдешь наверх, ты дойдешь до моей точки и возьмешь ключи. А если направо, то там хилка будет, по-моему. Не, смотри, я до ключей дойду. Ну давай, да, наверх тогда. Блядь, что там за пусковая установка, которая... А, это подарок. Смотри, подожди, еще раз. Ебать. Камик, я тебя люблю. Подожди. А, подожди. Я же туда не смогу пойти, да? Вот сюда. Тут налево. Ты можешь. Ты понимаешь, что это война? Ты можешь только наверх, и если ты пойдешь наверх, тогда только направо будет. Я понял. Потому что стрелки так, это самое главное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, до тебя. Здесь раз. Камик, я тебя люблю, братиш. Раз, два, три. На хилку ты пойдешь. Вон, хилка зеленая, да. Даже смотри, что больше надо. На хилку. Но вы должны понимать, что золотая вот эта хуёвина, она показывает ближайший путь к сундуку. Ближайший. Да-да, понятно. Так, теперь я, окей. Вебки поменяй, пожалуйста, говорят. Куда? А куда их поставить? Некуда их ставить. Вань, говорят справа поставить. Вот просто. Справа? Прям. А ну справа, давайте. Там, где... Я поставил Камень. По кругу, типа вверху две. Камень, но... если что, знай, ты был лучшим для меня. Сундук открывай такой. Да подождите, мужики, сейчас надо разобраться, блядь. Так, кто это пока ключи? Что вообще не чувствую никакой ключи, сложности. Фар. Вообще ноль сложности. Да, вообще у Вани больше всех ключей, потому что он твои залутал. Передай Камику, что он красавчик. Камик, ты красавчик. Я Югрина передаю. Сейчас, блядь, сейчас будет. Да, блядь, ну какой три, блядь. Блин, Фил на самом деле сейчас ловушки много активирует и будет нас ебашить. Типа, либо ключи пиздить. Если вы ставите ловушку с ключами, то ключи у врага отнимаются, а вам даются. Вот в чем дело. Вор, блядь. Ты дохуя там забираешь так? Вор, блядь. Жизнь забрал, мой бута. Раз, два, три. Если наверх пойдешь ловушки. Справа поставь вебку. Да, мужики, да все нормально. Все, больше не буду ничего переставлять. Ваня надо мной, Камик там. Все нормально, все смотрится. Я уже посмотрел. Все смотрится, чат, заебумба. Ну что вы начинаете? То ключи. Ключи. А, ну да, 6. Ну короче, вот понятно, да, чтобы двигать камеру, да, сводится. На самом деле это все очень быстро происходит. А как? А, R? Мишкой, да. Бля, Камик, если что, я поставлю с тебя, братишка, я верну тебе, наверное. Не, Вань, тут как бы, понимаешь, смысл игры, он в том, что... Хорошо. А, в смысле? Так, поехали. О, это гоночки. Ебать, ну... Ускорение, задний ход. У кого есть задний ход, представляете? У меня есть. Не, ускорение — это просто двигаться. То есть ты не автоматом двигаешься, а должен нажать V. Вперед-назад, лево-вправо, больше ничего нет. Бля, ну все, ну мастер по гонкам, блядь. Не, Фил, тебе пиздец сейчас. Нормально. Ебать, что так лагает, блядь. Блин, мне пизда. Чё? Я очень плохо в гонках. Да. Бля, что такое у меня? Что-то вообще изи, бля. Я попаюсь. Давайте я похчам. Ну, блядь! Ну за что? Тихо. Бля, кто синий? Есть инфа? Я. Камик. О-о-о-о. Бля, Камик ебет меня в рот вообще. Без шансов. Я не... А, все, чуть-чуть запутался. Отдавай свое говно! Ваня! Ну, блядь, ну это все минус время, ну очень плохо, блядь. Да господи! А что вы там делаете? Я просто его не наказываю. Пиздец, Камик, как такой потный в этих ебаных? Они нахуй меня скупили, здесь меня разрушили, блядь, просто. Да ну это... Ну канистра ебаная, блядь. Есть права, Камик? Да, права, блядь, Стас. А у меня есть права, потому что вообще есть обязанность. Все, я уже карту выучил. Ну просто пиздец. Ну блядь! А чё, Винс? Подожди, так мы дальше едем.
Ну нет, едем. Ты уже выиграл, но можешь дальше, типа, просто по фану погонять. А, я понял. В смысле, Карик? Пиздец, я в эту сраную дверь ни разу не вошел. Ну ты меня, конечно, ну да! Фух, подарочек! Ладно, 5 ключей тоже нормально. Смотрите, ребят, здесь за топ-3 даются призы. Но проблема в том, что у нас четверо, а иногда бывает там 8 человек, а призы тоже за топ-3. То есть тут не получают призы. Да лагает, блин, реально лагает. Ударить кубик. Просто лагает, я его, блядь. Это такая аркада, лагает просто пиздец. Ладно, следующий раз. Чат, скриньте, следующий раз первый приду. Объясняю, что делает. Скриньте, следующий раз первый приду. Подарок имеет 3 разные опции. Либо тебя засасывает в унитаз, и ты пропускаешь. Да пиздец, реально, бля, просто это, ну, бля, FPS подлагивает. Ну что сделать, блин? Либо тебя тэпает. Там еще пинг, типа, пинг от сервака немножко, ну, бы здоровый. Ну, короче, блядь, сложно, блядь. Но тэпает к сундуку реже, чем унитаз или это. Понял, короче. Просто. Также у тебя есть еще кактус, и ты, надевая кактус, можешь защититься от следующей атаки врага. Любой. Ага. Это сначала надеть, а потом ходить. Да, но ты не можешь в кактусе использовать итемы. А что такое улей? Есть инфа вообще, что он дает? Улей, ну ты потести. Нажми на улей. А, сбросьте его на других врагов, чтобы нанести ему урон. А вы отмен далеко, например. Нажми, посмотри на радиус действия, потом отменишь на эскейп. Тык на улей. Вот это твой радиус улей. И на вазде ты можешь им двигать. Угу. Нажми на вазд. Да-да-да. ВАСД, вот, да. Теперь эскейп. Понятно. Нормально. Все, я понял. Что у тебя еще есть там? Есть, ну, аптечка хилит, подарок, я объяснил, что делать. Ну, смотри, у тебя рядом сундук, я не рекомендую использовать подарок, ты можешь лучше подойти и сундук взять. Окей, 7, блять. Заебись, да, хорошо. Направо иди. Да-да-да, я понял. Теперь ты можешь открыть сундук и забрать приз, что ты всегда должен делать, а можешь игнорировать, что ты никогда не должен делать. Сюда сундук! Что тут? Фил взял... Первый кубок. Фил взял ключ. О, в смысле, этот кубок. Мне направо надо идти. Ну да, а сундук никогда не заспавнится впереди. Сундук в жопе всегда заспавнится. Смотри, какая разница? Тебе нужно 30 ключей, чтобы новый этот. Я понял. Хорошего всем настроения, ребятишки, надеюсь, будет весело. Ну, как бы, я надеюсь. Я понял. Ты меня не башь? Кто это ходит? Подождите, а как что? Я забыл, как убрать. А, отмена это Е, да, окей. А что мне еще есть? Кактус, ружье. Опять на самой высокой сложности играешь с модами, ну ты жесткий. Давай, мальчик, да чат, да, ну типа просто я немножко... Далековато, слушай, нет, я... Поставил, слушай, давай, не бойся. Блядь, давай, меня не сердит, блядь. Шестеренка не помешает? Да, это далеко. Сейчас, короче, играю с модификациями. Типа, ну, напарники у меня сегодня это самое. Сегодня такие, ну, в принципе, потные, но я поставил дополнительную модификацию на сложность. Налево, да. Так, подарочек, ну-ка. О, ракета! Ракета это S-тир предмет. Это да. Ты летишь на 10 клеток. Сейчас я S-тир предмет сделаю. Смотри, поехали. Посмотри, что у тебя есть. Мне ж подарок. Астир! Астир! Смотри, подарок у тебя либо смывает унитаз, и ты заебал орать в микро, блядь. В смысле? Но ты зато невидимый, тебя никто не может ебануть. То есть, если тебя смоет унитаз, то камик не сможет ничем ебануть. Либо ты выбираешь следующую игру, либо ты тэпаешься. Тогда вы мало что услышите. Короче, попробуй, поюзай. Так, смотрим, удачи мою. Унитаз это хуйня, выбрать мини-игру это так. Так. Нихуя себе! Это шанс процентов 20 примерно. Но это пиздец. Зидан! Пиздец, посмотрите, он сейчас возьмет и сундук, и супероружие еще помимо всего. Ебать. Короче, Ванечка, смотри. Супер. Тыкай. О, да, смотри. А, и 8, да. Принимай. Открыть нажимай, соответственно. Сюда, блядь. И пиздец. Дальше смотри, Вань, супероружие это предмет, который сильнее обычного там в несколько раз. Ну не везет, прям получается. Сейчас не так, везет, что, видимо. Куда идти? Какое супероружие? Это сейчас? Вот оно. Так? О, это пушка. Короче, пушка это шотает любого игрока в любой части карты, на котором не надет кактус. Ясно. Кто там хотел выебаться, что-то не понял. Не, вай, бля, ебать, играем просто в десна, Вань, играем хуярим, бля, до конца игры, я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Ну, ты хотел меня стрелять там вроде, да? Нет, я не стрелял, наоборот, я сказал, я, типа, я не буду. Смотри. Да, мистер, буди сюда, зефирка. Нет, наконец, Вань, да, смотри. Ты, если выбираешь кровь, то тот, кто наступит на эту или на предыдущую клетку, подамажется. Бля, сейчас, знаешь, какая прикольная игра, типа, гэнг-бис, поняли? Гэнг-бис. Gang Beasts. Ключи, наверное, или что лучше? Вообще, ты что выбрал? Я выбираю Gang Beasts. Но
тут есть свое но. В конце всех игр будут выданы призы. Спасибо, за ой, ебать, что это? Так, это ебать, что это вообще? Это гонки. Ржавую машину. Сейчас камик опять. Опять гонки, да? Да ебать, ну а что здесь одни гонки, блядь? Нет, это рофл, здесь гонок всего 3 или 4, они все выпали. Ага. Блядь, ясно. Ладно, сейчас на опыте Фила, блядь, в рот насру. Сейчас, секунду. За что, блядь? Поменьше траектории, побольше. Дай, блядь, ну поторопился, ну пизда, блядь, ну могу сейчас. Ну, блядь, ну ты же едешь, дальше будешь. Сука. Хорошо, блядь, хорошо. Хорошо. Все, теперь не жадничай. Блядь, как я плохо в гонках. Если упадешь, там приз будет, Фил. Я понял, блядь, не жадничай, не жадничай, не жадничай, блядь, на характере. Сука, все такие сотрудники. Хорошо! Хорошо! Хорошо, ебать, раки, блядь, ебать! Ой. На нахуй, да выебывался, блядь. Бублик нахуй. Ебать, я первый, да мужики, да я первый, да все нормально, да я первый, да мужики, я вам подавался. Кстати, здесь от места, которое вы занимаете, если вы получили приз, не зависит сила приза. То есть вы можете занять третье место и получить приз лучше, чем за первое. Да но здесь эфирка, ну завали ебало. От результата в мини-играх зависит далеко не все. Вы можете выиграть игру, занимая последнее место всегда, и вы можете занять последнее место в игре, всегда выигрывая все. Нажмите на магнит другого игрока, чтобы похитить его ключи и предметы. Смотри, что у тебя делают хуйня? Ого! Ого! Что? Я магнит... А, у меня нет магнита. Дальше, дальше, смотри. Баклажан — это динамит, который спавнится с тобой, и ты должен им дойти до вражеского персонажа. Вот. Подарок динамит? Лучше сейчас не юзай, потому что тебя может тэпнуть к сундуку, а у тебя ключей нет. Так что, вот. Я бы просто, наверное, ходил. Да что такое? Наверху ты получишь подарок. Если пойдешь наверх, получишь подарок. А если направо, то получишь подарок. Я пойду направо, есть же, блин. Давай, там есть подарок. Пошел. Ваня сейчас тебя ёбнет, кстати. Опа. Если чат душит, да? вы можете просто играть, а не объяснять по 3 минуты. Нет, я хочу объяснять 3 часа. Да работаем, работаем, уже все понятно, работаем. Да, да. Салам, пацаны. А, вот подарок-то мой, блядь, сюда нахуй. А, да? Вот да, сюда. Блядь, вы заебали эти восьмерки выкидывать. Да, они вообще какие-то, да? Сюда. Так. А, так, когда ты выбираешь кровь, это лайфстил, а не дамаг, как мне подсказывают. Так, флэш, да, значит, сейчас я вижу. Так, флэш. Мне советуют не рассказывать вам, что делают предметы. Кстати. Давай, они, в принципе, понятно. Вика, дай, пожалуйста, мороженку. А нахуй? Шавермечка, блядь, спизданул, блядь, ключиков нахуй у друга. Камик, начало. Камик, в этой игре надо открывать сундуки, камик, блядь. Ты понял, че нет? Это что-то типа, блядь, монополии, но не монополия. Аркадная монопху поймешь, блядь. Так, работаем. Так, а у меня нихуя не понимаю, ну не везет, блядь, Ваня. Так а куда ты пошел наверх, если тебе надо было налево идти? Где этот, налево, блядь? Налево хуйня. Налево там хилка, эта хуйня. Одного его выстрелил достаточно. А тут хотя бы трапу поставил. Атомы вот. Врага в любой точке. Я могу любого нахуй дать на атомы, могу теперь угрожать вам. Смотри. Да, ну опять же, смотри. У Хабика там своя атмосфера, мужики, если блядь. Если на чуваке надет кактус, то это значит, он за дефом. Хорошо. Куда я по... Анти-мэджик ганста щит. Да ты. Надо подсейвить упаковку, потому что сейчас будет, бля. Так, чё это? Что такое, блядь? Это ты бегаешь и лазерами хуярят, типа, вперёд-назад лево вправо и прыжок. Окей. Надо лазер доджить. Да? Поехали. Изи. Ох. Брил ток. Мастер доджа. А, хп есть. На нахуй. Пизда меня рубит нахуй! Форт Боярд ебаный, блядь! Надо! Блядь, столько хп в самом начале потерял! Ой-ой-ой! Да это несправедливо, блядь! Я просто не понял, что надо делать. Я не понял, что делать. Лучи, блядь. Да ну, блядь! Ну я не разобрался с самого начала! Время раздыться, Фил, я считаю тебе. Ебать, пизда, что ты такое, нахуй? Так, я в кювейт, а я погиб, все?
Панда полиглана. Ну ладно, топ-3. Пиздец, Камик, ты чё, блядь, босс? Блядь! Да, зачем ты это сказал? Да, да блядь, крутит, я ему, блядь. Нормально, я профессионал в игре, кстати. Да. Бананы. Ну, видите, только двум чувакам дадим. Я тебе рассказываю, исключительно, блядь, призы дают, нахуй. Так. Я могу тебе призы украсть? Покупку есть, блядь, у меня... Да. Покупку. Нет, так понимает не тот, кто придет. Ладно, все, забейте. В чате опять аналитика началась, охуительно. Бэй, байкурт, ты молодой. Анализирует чат, присоедините тоже. Спасибо. Я, кстати, уже аналитик. Так, ну, пожалуй, просто пойду, да? Блядь, два, пиздец. Мне пизда. На нахуй! На ловушку вступил. Это я, кстати, поставил ловушку. Нет, это белая. Это белая ловушка. Так, у меня самый есть охуительный предмет, один из, это магнит, пятый слева. Да, я уже понял. Да. Магнит, ага. Это, короче, стилит ключи у всех, да, кто стоит в радиусе магнита, и он стилит дохуя, он стилит типа 20 метров. У меня есть магнит? Нет, у тебя нет магнита. Так. Камик, давай подарок, ебаш, что-то, нет? Не, зачем? Как вы выкидываете восьмерки? Камик, направо надо идти, направо, снова направо, наверх. Зачем? Да там лучше, там не все трапы расставлены. Нужно еще трапы поставить. Трапы расставлены. Да и нужно еще трапы поставить, я вам говорю, нужно еще трапы. Пиздит, понятно, что пиздит, блядь. Так. Бля, мне подарки не попадают. Сыглы. У тебя есть подарок, в смысле? Да. Опять три. Три! Мороженое из кусвилла, мужики, апельсиновое. Три, нахуй, три. Тянучий апельсин, по-моему, называется. Блядь. Я понял, чуваки, да, говорят, что мы когда с друзьями играем, если попадает подарок, мы себя вьюзаем. Ну это хуйня, ладно, давайте первый раз мы так не будем делать. Так, ладно, работаем. Это что такое, нахуй? Танцы? Guitar Hero. Что это? Стрелки, крестовина. Что такое крестовина, блядь? Это стрелки? Короче, а стрелки, смотри, это лево-право? У тебя играет музыка, и когда... А у меня музыка не работает, если в настройках. У тебя звука нет? Я понял. Сейчас я включу. Да. Нажимать, когда это... Можно и без музыки. Понятно, смотри. Две руки. Понятно. Когда у тебя кружочек, Вань, доходит до твоего кружка, на реакцию, ты должен нажимать кнопку, которая написана. Вас и влево. Давай, я обнесен, слуха нет, нахуй. Я работаю, поехали. Так. Можно без музыки играть. А я какой, нахуй, чуть не был? Цвет свой смотрите. Я зеленый. Блядь, что так легко, лол? Ой. Блядь. То тут можно по всем клавишам клацать, мне кажется. На нахуй промазал везде! А, надо золотую делать, я понял. Или не понял нихуя. Блять, нихуя. Ну как так? Ладно, окей, блядь. Хорошо, я первый, блядь, куда вы ебашите? Ладно, второй, хорошо, блядь, хорошо, ладно, второй. Да ну, блядь, вот. Магнит сюда! Эй, блядь, магнит. Вам пизда, мужики. Ебался, на первом месте будет. Работаю. Я уже старый, ребята, это они молодые сидят, школьники ебаные, блядь. Так, надо пойти направо и туда, да? А, слушай, а можешь супероружие взять по фану? А, просто, блядь, тебе ключи. Они в киберспортивные игры играют, ребят. Флэш, 3, 4, 5, 6, наоборот. 6 у меня есть. Ну давайте кактус. Блядь, 2 нахуй. Типа ты кактус юзаешь и все, да? Вверх ты мог... Ты юзаешь кактус и... А, нет, вверх ты не можешь пойти. Камень, потому что этот сундук находится за одну клетку до поворота. И ты будешь все время кактусом ходить, что ли? А там какой-то этот... Пока я в кактусе, я не могу использовать предметы, но вы не можете меня ебануть, соответственно.
Да понятно почему. Потому что у него 34, ой, 31, он надеется сейчас этот, как нет, нет, я пошел направо, и я хочу супероружие взять, оно рядом. Оно появляется через 2 или 3 хода. Да ну что такое-то, лол? Бля, просто невозможно, крутит, я ебу. Я первый, блядь, я последний. Бля, кого въебать, бля? Ну я могу тоже, кстати, кактус ебануть. Ты можешь ебануть кактус, но тогда ты не сможешь предметы использовать. У меня особых нету, блядь, сейчас. У тебя особых нету, блядь. Чат, пока рано, нет. Магнит. Пока рано, мужики, пока рано. Тогда тебе сможет ударить чувак, который рядом с тобой, если у него будет ружье там и так далее. Работаем, блядь. Пошла. Бля, он а что ты, Фил, не уебал кактус ему, кстати? У тебя не было ничего? Да я хотел говорить, ну, сначала я не думал. Еби мне, Фил. Нет, предметы используются до хода только. Только до хода. Я понял, да. Можешь подарок ебануть, сломай попробовать. Сломай меня полностью. Или, смотри, камик. Ты... Не, подожди. Ты можешь взять супер оружие. Что, тебе обосрался, получается, или что? Если много выбьешь. Давай, много это сколько? 7, бля, надо, короче, 7, подождать. Все сказал. Равно кактус будет не вечен. Чат, кактус будет не вечен. Вот что нужно раз понимать. Как, 7, кактус 7, будет да, не вечен. Ракет у тебя нет, правильно? Поэтому им пизда. Есть цвет, братан. Магнит работает сквозь кактус? Да! Направо. Красава. Молодец. Там налево надо было. Там налево. Там бонус слева. Молодец. Подожди, Камик, стоп! Ты можешь пойти налево и взять сундук. Это более приоритетно зачастую, чем супероружие. Ну смотри сам. Сундуки — это очки, которые позволяют тебе выиграть игру. А супероружие — это всего лишь... Мне нужно ключи тратить, да, я понимаю. Да. И потому что у тебя ключи могут спиздить, понимаешь? Тебя могут убить, а за смерть тратится половина ключей твоих текущих. По-моему. Сейчас сворую ключи у Вани, блядь. Нет, он скорее D8 от 5. Бля, вы видели? Просто в спине резнутся ключ. Просто в спине. Вот это такая скрытопульня. Нет, это всегда так. Да. Ой, я не видел этого ни разу. Я не видел этого ни разу, слышишь? Ебать, отварём, блядь. Я не видел этого, я не знаю, что самый дальний путь. Ок. Катись к победе. Катись к победе, обходим, катись препятствия. Я и тогда бы скатился уже, куда мне нахуй катиться, подожди. Блин, опра. А что это? Я не знаю, что это, я первый... Бля. Блять, а как тут двигаться? Ебать, я как сраный веник летаю, блядь. Нормально, блядь, чисто на характере. Пошел нахуй из таверны. Да ну, блядь, хорошо. Так, мне пиздец, походу, да? Ну давай! Да бля, ну пизда! Бля, меня нахуй хрусталецка переебала! Мне пизде, мне пизда! Хорошо, блядь, ебать работаю, блядь! Меня ебут! Сына, бля, работаешь, ну получается, что работаешь. Давай, Паша, бля, ебашь нахуй! Ебать, просто вообще не щадят! Просто не щадят! Да давай, блядь! Панта, сука, куда ты? Да блядь, ну просто сюда! Я больше не буду так делать! Подожди. А что? На! Ебать, тут бревна, пизда! А, ясно! Верный шаверма. Блядь, как же ему везет, у тебя ракета, Фил. Ракета broken. Ракета, сюда ракета. Смотри, ракета, она летит на 10 вперед клеток, и она ебашит всех, кто стоит на пути. Так. Это у вас прям в спине? Что за хуйня? Что за хуйня? А у вас ключей нет, лол. В смысле? Я есть ключи. По кругу ходил. А я не уверен, что он парень, работает на кактус. Парень, запарми, смотри. Давай, парень. Я не уверен, что он работает на кактус, Фил. Не работает, да? Посмотри, нажми, отмени. Это магнит. И посмотри на... Отмени, смотри. Бля, Мичан говорит, да, но... Смотри на кактус, что там говорят. Вы можете избежать следующей вражеской атаки. Работает? Я хз, работает ли на кактус. А как понять, кто? Я, где написано, что это Ваня? Я откуда знаю? Я просто сидит кактус там, передо мной. Я не буду, это Ваня или не Ваня? Как понять, это Ваня или не Ваня? Я не знаю, кто это. Бля, ну, что это за хуило в кактусе, блядь, стоит? Можешь, говорят, работает. Чуваки говорят, работает. Работает? Говорят, да, но я не уверен. Что, все ключи сейчас пиздят или что? Нет, там не все. Кто это стоит ключи передо мной? Это Ваня или нет? Я да, это, бля, ебаш нахуй. А, Ваня, сюда, Ваня! Нет, не промахнись только. Ну отдавай, блядь, сына. Отдавай! Моё, блядь! Он пушку спиздил. Моё, Ваня, моё! Что он спиздил? Пушку, наверх. Вэп он спиздил, да. Наверх. Попу мой пух.
Да, да. Я же хотел его сейчас уебать. Эй, Ваня, блядь. В смысле, серьезно? Ты как тут, Ваня, ты ничего не можешь сделать. Ты как тут? Нормально, нормально, нормально. Работаем, блядь. Да он как тут? Вань, 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 ты дефайся, дефайся. Нет, бомба. Но бомба, она залупа. Она на всю карту, она мало бьет. На 13, по-моему, что ли. А одну только обилку можно юзать за охот? Да как 7, блядь? Ну откуда 7? Налево, Вань, нет, налево, 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 налево. Там бонуска. Да-да, да-да, тебе надо налево, Вань. Или что там, раз, два, налево, ключи, налево, налево, налево. У тебя нет ключей. Там слева ключи, там слева ключи. У тебя ключей нету. Вань, информация есть по ключам вообще? У меня были ключи. Подарок есть, Вань, подарок налево. 4, 5, я понял. Были ключи у меня. Ну там один друг мой лучший, как говорится. Это не я, это не я, это не я. Смотри, направо, направо можешь пойти и поставить ловушку, а налево подарок взять. Ловушка. Я бы налево пошел, Вань. Налево там больше призов. Ключи. Вот если ловушка подсвеченная, значит она ваша. А если она такая темненькая, значит без света. Ничего, сиди, сиди там, улыбись, блядь. Вань, короче, полтора часа ждали сегодня. Рассказываю историю, Вань. У меня есть друг хороший, его зовут Кирилл, Lol Desolation. Он предложил поиграть в Мамл Пати и сказал, типа, ребят, там в Стиме написан... Ой, это телепорт, что? Ты можешь тэпнуться, короче, поменять местами себя с кем-то. Ага. Вот, друг говорит, типа, рофл написано, что кто-то в Стиме написал, если вы хотите потерять всех своих друзей, то можете скачать эту игру, типа. Понятно, понятно, понятно. А через неделю потом Кирилл поссорился с одним моим другим другом, в общем, очень сильно. Я не знаю, что это за... Пока себе по столу забиваю шары в лузы и отбрасывайте с пути. Я не знаю, что это за игра. Это новые игры, видимо. Сложно. Ну, гой, ладно, сейчас разберемся. Поехали. Пускайте себя по столу, забивая шары. Карманный бильярд, я понял. Сейчас короче, прицел покатаем, вышки, покатаем, а выстрел нормально, это нормально, понятно. Нормально. Где горы, блядь? Ну... А, надо свои шары забивать? Видимо. А, ну, это логично. Мужики, мужики, ваши шары, ваши шары голубые. Забивайте голубые шары. Не делайте хуйни, мужики, без хуйни, без хуйни. Так. Сука, у меня ноль. Мужики, у вас голубые шары. Я кого-то, блядь, выбил. А, подожди, если ты касаешься другого шарика, он становится голубым сразу. Нет, своим. Он становится не голубым, а твоего своим, цвета. Своим, да, да, да. Ну как же он играет, блядь? Ну научите, пожалуйста. Блядь. Сука. Да, это жестко. Блядь, я себя забил. А, тут можно друг друга забить еще? Да. Да, блядь, отъебитесь от моего шара. Игра интеллигентов, понимаете? Это мой шар. Ну ладно, работаю, блядь. У меня всего лишь два, блядь. Блин, мне подарка не дали, сухи. Да ёбаный в рот, как у меня мёд, ебаный. Как он мёд, блядь. Так. Катаем шары, да. Начало хода. Бля, как вот понять, вот кто где стоит? Ну-ка, используй. А кактус вон там. Ну ты можешь R нажать и посмотреть. Прыжи на ней на 10 полей вперед, продай всех врагов, которые кажут, ебать, нихуя, прикольная ракета. Да, это ракета, она летит на 10 вперед и всех ебашит, кто на пути стоит. Улей. Да пчелок уважаю. Ладно, работаем. 8, хорошо, бля. Хорошо, хорошо, хорошо. Фил заебал. Хорошо. Как сказал один парень. Как можно... Как можно 8 выкидывать, или 7? Так, это около меня там, я слышал. Да нет. А, нет. Так, идем. Ключи, так. Хорошо, ключи. Знаешь, нихуя не делал. В смысле нихуя не делал? Сверху я подарок, а слева... Ну тебе пиздец, Фил, зачем? Какие? На нахуй! За что? Сверху подарок был. Сверху был подарок, а я чуть не увидел. Ебать! Так, это, кстати, мне ключи. Ваня хоть первый, блядь, я на втором месте был, алло. А, я на третьем. Я на втором месте. Слушай, а чё, а почему этот, почему давай, ключи давай, мне давай, не давай, передали? Я не понял, а почему мне, это ловушка, что ли, была, мужики? А чё мне это? Походу, это была ловушка. О, господи. Ловушка Марлоков. Ловушка Марлоков. Давай, Фил! Давай, Фил! Ну давай, нахуй! Давай, я тебе... Давай, да это не я был, это не я был, если чё. Да это не я взял ключи, это Камик. Да это Камик.
Надень карту, используй все деньги. Да это Камик, я серьезно тебе говорю. Короче, предлагаю объединиться. Слышь, Вань, го против Камика. Го вдвоем. Шо, блядь, я и так на последнем месте. Да нормально, Камик. Ты теневая лошадка, надо это сам. Вань, короче, я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь, Вань. Не-не-не, так не играем. Малину испортил, блядь. Нормально, все, работает. Подождите, а, блядь, а зачем говорят надень кактус? Ну, это... Это нормально. Типа 7. Нормальная тема, да. Раз, сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ключи. Раз, два, три, четыре, пять, использовать шесть, все обилки. Семь хилка. Да, направо, ладно, хуй. Аннигилятор, да не пушка! Подожди, когда фулл хп уменьшается, один ключ собирается, да? А, нет, смотри, за каждый полученный урон ты теряешь некоторое количество ключей, но ты не, но это нет корреляции прямой, там один хп. А если, убиваешь, если ты убиваешь чувака, по-моему, у него тратится то ли 3 Вика, а можно мороженку? Возможно, даже половина. Еще можно мороженку или нет? Ты еще раз кактус сделал? Блин, а, такая, нет, что-то нечеловечески вкусная мороженка. Короче, но пока на вас если будете ходить в Кусвилл, называется Эластико, чат, Эластико в апельсиновой глазури. Нереально, бля. Супер оружие бывают, в общем, разные. Там есть пушка, есть кролик, который, типа, ты его самонишь, он ходит на 4 клетки, если до кого-то добегает, он шот. Реально вкусное мороженое. Да нахуй я кактус, блядь, что у тебя там, блядь? Иди нахуй, челик, ся там, блядь. Нахуй это я, кстати. Опять? Так. Опять, почему? Да? А почему? Работаем. Что с памел-пати стало? Кто ее, блядь, работаем. Работаем, блядь. Почти. Пизда, говорит, кактус один, блядь. Ай, короче. Ну, в смысле, в кактусе можно использовать предметы, но они... Кактус спадает. Блять! Хорошо, хорошо проебал. У меня рука на колене была. Мне пиздец. Положи, пожалуйста, Вик. Забыл правую руку поставить на клавиатуру на колени. Скажу! Да, блядь! Бля, я проебался, пиздец! Да, бля, ну все равно, бля, ну флеш, ну что за хуйня? Говно, блядь. Сюда, блядь. А, это последним? Сюда. Я просто на одном месте ошибся, ебать вы профессионалы. По-любому готовились, да, пацаны? Да. Ну нахуя мне как? Тренируемся. Вещи не использую. Ой, блядь. Только советчики эти, блядь. Говорят, чат не читаешь, из-за этого проебаешь, блядь. Прочитал чат, надел кактус, блядь. Да нормально, все правильно сделал, что кактус это. Сейчас направо просто надо идти еще. А, все, а, так сюда получается. Да, вот туда. Так, сюда кактус. На нахуй, лё. Сюда раз кактус. На нахуй! Блядь, Фил на орбиту улетел, чувак. Не понял агрессатуру, блядь. Фил на орбиту улетел. Открыть сюда сундук. Все, давайте открывайте ключи нахуй исключительно, блядь. А мне не ключи нахуй, ничего нет. Ваня, ну надо объединяться, ты понимаешь это. Мне кажется, да, Камик. Пора. Просто друг друга не трогаем. А как снять блядский кактус? Лошадь встанет когда-нибудь? Хорошо, ловушка, моя ловушка. Кактус спадает. А пока кактус висит, ты защищен. Видишь, вот я типа кого-то наебашил, там Камик вроде. Так, два. Портал. Ты посмотри, портал? Там бесконечные порталы какие-то. Если вы используете портал, вы свапаете себя с кем-то, но вы тогда не ходите. Угу. То есть вы теряете очки движения. Бомба, хуёмба, блядь. Ну это пиздец, блядь. Нихуя нету нормально. Вообще ебем, где я? А вон сверху кактус ебаный. А нахуй 8. Не, мужики. А нахуй. Ракету нет смысла брать, потому что у меня ключей нету. Подарочку. Я просто покидаю, выкидываю два. Меня крутит.
Игра видит то, что я объективно хорошо прохожу все испытания. Я прохожу по КД на первое место. Игра это видит и мне дает типа, на кубиках угодили, самое минимальное число. Ладно. Чтобы я, типа, страдал, и чтобы другим было интереснее. Бля, все просто. А где мой друг, блядь, на филе? Справа. Я тут. А, не, он я... где-то, он слева, Вань, левее, вот это, да. Нет, это я. Зеленый? Да. Это я. У меня один ключ, с меня ничего не дропнется, меня невыгодно убивать. А почему я не могу того ёбнуть? Смотри, Вань, если ты сейчас кого-то ёбнешь, из него дропнутся ключи, но ты... Кто из вас фил, блядь? Это не я. Вот это, вот голубой. Это. Да это синий фил. У него 10 хп, Вот этот, да, фил, вот это фил. Это камень, это камень. Да это фил, блядь. Да они тебя не наёбывают, Вань, не слушай их. Но у него 10 хп, у тебя если бомба есть, ты можешь бомбу ебануть, она его шокнет все равно. Не тратится по оружию. Да? Смотри. Да, есть бомба, вот единица, видишь? Да-да, она его ебнет. Отвечаю. А, блядь, Ваня наебал. Ты понял, да, кто теперь это самое? Я же говорил. Я не знал. Он говорил 13, да. Я честно не знал, что она так 9. Бля, ее понятно. Вань, я бы на том месте запомнил бы флеши. Вот этот, бля, мув, который это. А бля, на 13 ебашка. Полутал. Что за хуйня? Что вы с игрой сделали? Что у нас сломано? Я сломанный экран. Какая бильярдная битва? Что за бред? Давай. Го шары катать. Я не понимаю. Тут типа около 50 мини-игр, а дропаются почему-то. Это мои все игры. Мои все 50 игр. Да бля, ну-ка, да, оранжевый, еще потуль мои шарики, блять. Сука. Просто выцеливаю шары, бля, оранжевый врывается и пихает свои шары. И синий туда же, вы че, бля? Я бы пихнул твои шары. Что агрессатура? У меня ноль, алло, бля. Нормально, камик, работай, все нормально, камик, все нормально. У меня сейм. Бля, как же я плох в бильярд. Да нет, тут блять, рандомно. Я забил голубой шар! Хорошо, мужики, играем сначала за голубых. Хорошо, блять. Хорошо, нормально. Жестко, блядь. Нормально, мужики, блядь, не чувствую. Блять, у меня нахуй ноль, ебаный. Мужики, забиваю голубые шары, бирюзовые шары, блять, только их. Пока я целился, блядь. Я забил ноль. Хорошо. Не, флеш, ты забил один. Это не я. Да, бля, ну отдайте. Это воры, блин. Ну вор оранжевый, блядь! Просто вор! Ну что за, что такое? Ну что такое-то? Флэш, у нас по одному, нормально. Хорошо, блядь, на победку. Мне говорят, ты целиться пробовал? А они просто, это рандом, блядь. Они просто на рандоме. Они просто, это рандом. Это я. Начало хода, поехали. Так. Так. А, я должен налево я всегда идти, да? Я налево должен идти, понял. Там. Нет, ты можешь пойти наверх. Ты можешь... А что ты итемы не используешь? Ты можешь использовать, я смотрю, дохуя всего. Да, сейчас. Баклажан, бомба. Ты можешь похилиться, Фил. Да. У тебя один хп. Угу. Хилься, Фил, давай. Нихуя, ля, хильнулся. Нормально, ну ты, правда, это не особо не дает. Бля, ну короче, семерку выкидываю. А, я хуй догоню его, пацаны. Смотри, что у тебя там. Налево-направо. На R. Есть нахуй, столько калорий сейчас, секунду, бля. Смотри, там мороженое бесконечно просто улетает. В топку. Рядом сидит. Пацаны, спрашивали у меня на стриме, а был ли хоть один стрим, когда он хотя бы раз не ел? Смотри, Фил, идешь наверх, но тебе пизда. На нахуй размозжил об скалы, блядь. Идешь наверх, но тебе пизда. Блин, ну почему мне так не везет? Так гонку только выиграл. Фил там, блядь, на рандоме на шара, блядь. Не понял. Может, подожди секундочку, может ему въебать разочек Филу на 15 хп? Давай, Вань, давай, если ты въебешь. Да не надо, да вспомни, кто тебе это сам попросил завязать. Да меня не надо бить, ничего нету. Ключей нету. Ключей нету, человек говорит, у них 30. У меня ключей нету, у меня реально нет ключей, ну мало. Вань, его до сундука доходит, давай. А, блядь.
А, ты меня бил? Вот, давай, если не добьёшь, я добью. Он не возьмёт сундук, да. Я не возьму, у меня нет смысла атаковать. Я не против, Вань, я не бог, хорош. Да, бля, ебать, там пусковая установка, да за что, блядь? О, минус 10 ключей, пойдёт. Ой, а он возле тебя появился. Так, подожди. Направо тебе пиздец будет, а налево подарок. Телепортирование, оно меняет... Меняет этот... Да-д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 а-
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И там есть ключи. А что я могу повесить? Я могу повесить ракету. Но, в принципе, особо как бы... У них там, блядь, инвентарь забит по фулам, блядь. Да, надо. Два, три. Камик, нормально они тут? Так, смотрите, сейчас, тихо. Главное, чтобы не упал сейчас. Главное не уронить. Блядь. Ебош, давай, вот тут вот, хорошо, по красоте, поехали, хорошо. Поехали. Бля, Флэш, я говорил, с самого начала просто играю с тобой в десна, ебать, красота. Вопросов нет, братишка, вопросов нет, да? Правильно? Восемь, да. Сейчас, раз, два, три, четыре, пять, подарок, а если направо, то раз, два, три, четыре, пять, хилка, наверное, наверх. Фил, давай, Фил, это Фил, Камик, они решили по грязи делать, сейчас мы им... Да что, я вообще ничего не делал. Я вообще случайно использовал магнит, я даже не знал, что он дает. Я просто на шару использовал магнит. Ты, в принципе, можешь сейчас случайно еще раз использовать что-нибудь камеру. А у тебя ключей нет, у тебя нет ключей. Ну, блядь. As you wish, у меня тоже их нет. Окей. И что, спасибо, что ты мне около меня... Хоть я тебе, блядь, ключей нету, какая разница? Ну, ты не возьмешь подарок, и я его не возьму тоже. Хорошо, но тебе не дам. Бля, есть инфа, что дед не догоняет, мужики. Короче, чуваки, я боюсь, что я что-то не так со стройками сделал, и поэтому очень мини-игр мало. Да похуй. Так в смысле, они же каждый ход появляются, вроде нормально, нет? Нет, я имею в виду, ну, они одни и те же. Ну а за что? Как так-то? Блядь. Сука, себя не углядел. Пизда, блядь! Я тебя в рот! Да блядь! Я просто суициднулся в GTA, в этой игре, имеется в виду. Осуждаем. Да блядь! Да блядь, ну кто? Зеленый! Ну что, зеленый, пошел нахуй, зеленый, блядь. Все нормально. Ах, сука. Я тебе расскажу. Мне не то, что не получилось, посмотри, ноль, просто очков ноль. Мань, это тоже хуйня. Не дай бог, я поставил. Это вентиляция, я натянул ее сюда. Вентиляция так, была. Ладно, что там? Сейчас, поняли? Короче, сижу в футболке и натянул футболку снизу на левые и на правые эти самые, на левые и на правые подложки. Это камик тебе. Чтобы была вентиляция снизу, поняли? Что, в смысле? То есть такое получается, как пальто. Еще очень вкусное печенье, типа сицилийское, короче, белое с лимоном, нереально вкусное с миндалем. Очень вкусное. Сейчас они друг друга в телепорте будут. Ну там, блядь, ключей много, Вань, ты понимаешь, почему? Ты сам решай, использовать на Ваню магнит, чтобы ключи у него пизданут, или на меня телепорт. У меня магнита нету. У меня нет магнита. Да нету смысла против Вани играть, блядь, это вас надо тормозить. Да, мы уже в очке, блядь, вы нас перегнали нахуй в 4 раза. Не знаю, вход 5 игр поставил, я в тилте. Их это больше 40 всего. Ебать, серьезно? Камик, смотри. Да, вижу. Меня сейчас на ракету насадили. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Бля. Полети уже нахуй. Лети лепесток, блять, пожалуйста. Ваня, у тебя один хп. Да, заебись. Давайте, да хуярьте у меня все. А где мои ключи? Почему я не подобрал ключи? Почему я не подобрал? Рестарт 40 играм пока не поздно, да хз. Да, ну, на самом деле, тут в этих мини-играх нас... не подобрал, да? Заключается, а да? Почему я ключи не подобрал? Тут смысл, да, я еблан, короче, я еблан. Ну, тут лучше бы этот... Ну, мы уже раздуплились, можем быстренько... А только мини-игр? Можем ли стартануть до 15-го да. года, допустим? Давай. Смотрите сами. Чего? Всего мини-игр, дохуя их, больше 40. А я поставил 5, походу, ой. Потому что я веду, не устанавливал.
Я, блядь... Рестарт, рестарт. А почему рестарт чата? Я не понял. Ну, я поставил на настройках 5 мини-игр всего. Давай посмотрим, сейчас мы до мини-игры дойдем. О, вау. Походу. Короче, у меня стояли все мини-игры, но я потом комп переустанавливал винду и... Да, да, подожди. И в пятерых, по-моему, эти 5 игр, они рафляны мини-игры, они и так нормальные, хз. Можно и с ними пошпилить. Добавь карту побольше. Нет, карту побольше не надо, на 4 нормальный размер. Да, нормально. Че, доктор Пеппер, будете? Доктор Пеппер. Мы его не будем перезапускать или что? Давай посмотрим. Ты походи как-нибудь. Давай посмотрим, мини-игра будет та же или нет. Давай. Выставил 5 самых удачных игр. Вишневый доктор Пеппер. Не, ненавижу гонки. Очень вкусные. Тут было 2 гонки вертолетные. Так, работаем. Да, да, го рестарт в пизду. Че, рестарт? Ну, го рестарт. Ясно, короче. GTA будет, так вот GTA. Бля. Типа я понял, это... Заебал уже, да пусть жрет, блядь, что вы нахуй доебались. Нормально, ем. Пусть ест, пока естся, правильно? Всем, кто ест, приятного аппетита. Пусть кушает, пока естся, пацаны. Потом, блядь, на 6 игр, говорят. 6 игр было поставлено. Короче, суть вы поняли примерно, да? Да. Создать игру, создать. Суть вы поняли примерно. Пусть откроет подарок. Че это? Это я, кса. Я просто вспомнил, что у меня сейчас программа вебка работает. Я вспомнил, что я даже ОБС не настроен теперь с вебкой. Мини-игры. Да. Ага. Я не могу, я вроде я хожу на тренажере, но я не могу сдержаться, съесть печенюшку. Все выключены почему-то. Ну как держаться? Я вас инвайтил вроде. Вика специально купила вкусных печенюшек. Сейчас. Го теперь без подсказок флеша. Так интереснее будет. Давай, все. Больше никаких подсказок. Все, хорошо. За голубую лошадь не проигрываю, чат. Вот, как раз не даже нахуй менять ничего не буду. Охуенно. Я в этой игре потерял всех друзей, лол, говорят. Так у меня их и тоже уже больше нет. Сейчас, секунду. Ваня, а как же я с тобой объединил? Только ты, Камик остался. Блядь, это Фил вообще, типа, давай Камика, типа, на первом месте говорит, давай Камика, блядь, типа. Нормально, а что такого-то? Там, посмотри, там примерно сколько, ну, 1015 калорий сейчас ебал, парень, за присест, нахуй, да? Так, все, ready? Ради. Че, ржавый поставим? Что-нибудь другое. Давайте ржавый. Давай вот этот солнечный пляж. Фил, давай пляж. Сколько ты весишь? Сколько весишь? 105. Солнечный пляж? Вот это? Да, вот этот. Мне давай. Нравится, он уже 5 месяцев 105 жрет нахуй столько, что я не знаю, как он не толстеет. Как ты не толстеешь? Ну, есть свои секреты. Я знаю, потом мне напишешь, братишка, напиши куда. Блять, сделать правила активными? Надо было правила сейчас хранить. Так, извините. Справился сохранить надо по-быстрому. Так, инвайт. Спасибо, врачи. Раз, два, три. Инвайт кинул. Рост какой? 150. Так все, инвайт. Все работает. А, 15. А, да, вот ходы не поставил, все правильно. Все, заебись. Угу. Заинвайтил всех. Я понял. Готово. Понял, пацаны, понял. Количество 15, да. Да бля. Кто рыгнул? А чё количество ходов 15? Это 15 ход... Ну поменьше сделал. Чат, поставил черную лошадь, чтобы не путаться. 33 часа где-то. Время хода, наверное, надо было ограничить. Не, время не надо. Да чтобы... Он стоя играет. Смешток-ста. Угу. Смешток-ста. Так, 15 ходов, кубка победы без ограничений, время хода без ограничений, карта... Го, голубу, да я это самое, я путаюсь, чат. Поехали. 20 долларов. Бля, на самом деле в такие игры прикольно поиграть, отдыхаешь головой.
Ну, типа так, читы на позитивчике, поняли? Так, кубик определяет очередь, поехали. 6, да, заебись, камень первый. Ебать, что такое, ебать, какая красочная залупа, бля-ля. Рай. Короче, здесь восклицательный знак, это весь нижний ярус заполняется говном и всех там убивает или дамажит, что такое. Заебумба, гоа. У нас точно все, у нас все мини-игры. А, вот у нас ходов 15, да? Да. Вместо 30. Я понял. На, ну, удачно, ну, ты взял. А ну, внизу, вниз иди, активируй. Долго. Вниз надо. Фил, алло, это жестко? Ну это жестковато. Это жестковато. Алло, это жестко? Ну это жестковато. Ну это жестковато. Ну это жестковато. Да опять 8, да что такое-то, лол? Бля, как можно ходить все время восьмерками? Это же просто пиздос. 4. Смотрите на стрелки еще, кстати. 5, 6, 7. А, тут, блядь, тоже подарки. Да похуй, куда ходить. Есть же, ходи. Свет первый, свет. Кто стучит там, ебано в рот, говорят. Кто стучит, блядь? Я, Ваня. Да. О, дробовик. А, на каждой карте свое оружие получается? Ну, получается, что свое оружие. Нет, да. Так дробовик был. 8. Хорошо, хорошо, 8. Хорошо, блядь. В смысле 8? 2. Таких 8. Хорошо, 8, хорошо, блядь. А как сказал парень, как можно выкидывать по 8? Просто по 8 каждый ход хуярит, парень, нормально. А нахуй. Угу. Давай нахуй. Дальше. Один уж ебаш, хули ты думаешь, блядь. Мандарин, просмотр карты. Удачно? Удачно походил, пацаны. У тебя сколько выпало? 3. 3? Ну, бля, слышишь, у тебя больше, чем у меня, так что нормально. А, Вань, вниз давай, давай вниз. Хоть ключи. Да, этот. Да, 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 но да. Направо ты тоже ключи потеряешь, и отдашь их в Фил, получается, да. Почему? Он мне не отдаст. Вань, гон сюда со мной, бля, есть же. Гон направо, снизу нечего ловить. В смысле, я им не отдам. Если я направо пойду, я похожу на бомбу. На хп чисто. На бомбу, да. Нахуй. Так в смысле? Как только ты на неё ступаешь... А, все, это вот так сейчас, вот работает. Сейчас, блядь. На нахуй! Твоя же бегал! Заебись пришел, блядь. Нихуя себе, это что? Смотрите, бегайте на ВАЗДе. Можно на пробел, нужно набирать слова. Вот слово появляется, лард. Вы должны добежать до буквы L, нажать пробел. Потом до буквы A, нажать пробел. А еще кулаком можно пиздиться. И да? Можно пиздиться, если ты пиздишь кого-то, ты станешь его, типа, оглушаешь. Вы че? Понятно, 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 понятно. Угу. Пробел. Если ради пробел. Что это за игра, блядь? Что мы делаем? Че? Пробел? Набираешь, подбегаешь к буквам, нажимаешь пробел. Должен слово набрать. А кто я, блядь? Я не знаю, Ваня, ты лучше знаешь. Какое слово? Ну вот, написано над тобой. Какое слово? Лоб. Где? Еще можно пиздиться. Блять, кто-то уже слово набрал, появился. Да слово. Бля, ну кто меня станет, уроды? Где Фэ? Где Фэ, блядь? Где Фэ? А где, блядь? Ну где Фэ, блядь? Английский алфавит, там что, как дела? Меня тут хуярит, просто я стою, нахуй! Да не бейте меня, черти! Меня опять заблокировали? Мойст. Я вообще не вижу нахуй буквы ни одну, блядь. Блядь! Ну, бля, просто говнари, блядь. Блядь, сука. На нахуй. На нахуй. На, блядь. На. Я встать не могу! Да я, блядь, потому что встанил. Тут суть в буквах, а не встал. Да! Ну, блядь, я не могу... Что такое? Где ты, блядь? Блядь, даже не успеваю бежать. Первый идет, блядь. Так вы зачем-то пиздитесь вместо того, чтобы буквы добирать? Я ненавижу вас. Гори в аду, блядь! Блядь, что такие сложные слова, блядь? Где искать эти буквы? Я ни одно слово не собрал. Пизда. Флешевая игра просто, бля. Не поддаётся. Нет, ну это сложная мини-игра, да. Она такая, она требует практики. Так. А, ракета. А, не, ну.
А, 7, да? 8 после этого 7. Не, ну понятно. Так, два шага. Ловушки или не ловушки? А, ну-ка вниз. Не, ну почему бы после восьмерки не кинуть семерку, чат? Почему после восьмерки не выкинуть семерку? Не, ну а что, ну нормально? Гопля после двойки выкинем еще раз двойку. Да, все так. Это как в монополии, когда ты выраливаешь один типа три. И ходишь на сектор шанс на минус 400, на минус 200, а все уже скупили, бля, по 5 картонок. И ты только вот-вот-вот-вот, и потом ходишь, и тебя ебут всю игру. Ну, это примерно вот как-то так. Ой-ой-ой. Фила, бывают моменты, когда ты не жрешь. Например, сейчас. Ивай, что это такое? Это, короче, те, кто вниз пойдут сейчас, тем пиздец. Ой-ой, не везет. Нормально. Нормально. О, магнит. У меня ничего нет, вор, бля! Ваня, красава! Работаем. Фил, должно быть 3 или 2 у тебя. О, это шутка. А, это Ули. Ули говно. Так, ну двойка я ливаю. Хорошо, блядь, немножко. Я тебе рассказываю, у них исключительная подкрутка, понимаешь? То есть исключительная, просто бесконечно. Смотри, он вернул. Да куда я там вернул? Так, бильярд. Но не, так куча новых, много новых игр, типа мини-игр. Нормально, работаем. Я поставил 42 игры. Это да. Тут плюсы. Куча новых, блядь. Кого-то забью, блядь. Меня, нахуй. Ну, красный, ну почему ты закидываешь мой... Ай, ну, блядь, ну что за хуйня? Бля, какие же воры? Ну, бля, просто воры, типа воры шаров. Сука, ну почему я такой косой? Куча новых игр, ребята. Хорошо, бля. Ну... Меня бесит ебаный бильярд, я прям супер конч в бильярде. А нет, а тут рандом, ты понимаешь, что тут рандом? Утешай себя. Тут не может быть рандом. Типа... Рандом. Ну, типа... Ну, понятно, рандом. Ты хочешь сказать, что ты прям, блядь, и... Я жестко херачу, жестко, да, блядь. Да. Серьезно, блядь, сисек. Так как разогнался. Да, блядь, что ты... Да, господи, ну что ты просто же... Спасибо. Ну, пиздец, ну... Ну, а нормально. Бильярд. Ну, бильярд говно, реально. Ой, магнит. Дал фору, молодые мужики. Сюда магнит. Меня бесит бильярд вообще, он прям раздражает меня. Фу, жесть. Работаем, пацаны, нормально. Пока нормально. Нет, ХП, правда, нет. Че? Так. Утешай себя. Так. Ага. А зачем тебе ракета, Вань, вперед? Хороший вопрос. А там флеш есть? А понятно. На нахуй! На, жестко! Но тебе должно повесить, блять. Ты представляешь? 8-7-6! Нахуй! У тебя ли 7-7-6? Сколько у него? 8-7-6 у него ходы! Ты живой там нахуй, сходи в Хардстоп поиграть для тебя. А у него ключей нет, лол! А у него ключей нет! У него ключ. Ну бля, Ваня ебучий вор, блядь. Бля. Ну еще запусти улей. Ну Ваня, ну пошел. Зачем ты это делаешь? Да что я сделал, блядь? Да на фасе кидай. За что? За что ты меня улей? Опять минус ключи. Да вообще не надо мне ходить! Нахуй не ходи! 2-3-3-2-1, блядь! Я никогда не дойду ни до одного нахуй сундука. Теродактиль от Вани в честь Фила. Так, направо, да, флеш у меня лучше? Да, если ты хочешь здесь про оружие, да. Так. Пароль от своей от карточки соскался. А, ебать, бля, что это за фалос? Это кролик. Не кролик, да. Короче, ну, ты нажимаешь, сумонишь кролика, и он бегает по карте и шотает чуваков. А. НПЦ, типа. Он НПЦ-кролик. Кто НПЦ-кролик, присоедините. Ой, бля.
Бля, ну вниз нельзя лететь, да? Да можно, можно, почему? Ну, тебя а ебанет. Там в кисель, там, заебись кисель, там, это, реген какой-то. Нахуй, хорошо, блядь, да, это жестко. Нахуй, филу, бля, филичи, да, бля, это жестко, сюда, бля, ключи на базу. Да пошел ты, ты да, равно, ключи на базу, так же я стал филу недавно, блядь. Ну, подождите, правда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, окей. Десять, ну, давай. Блядь. Давай, нахуй, по 16. Получается, как бы, получается, нет вариантов. А у каждого в этой игре есть ракета ебучая, да? Он нет, она останавливает тебя перед сундуком. Да? Понял тебя. Давай. А, 9, да? 9, ну не везет. 8-7-9. 8-7-9. Ну понятно, понятно, понятно. Да ебали, реально, это все читара, нахуй. Куда они по 9, по 8, по 7 кидают? Я максимум 3 кинул, вы че? Чуваки, мне выпало 9, и я тебя иду в кровь, а вы жалуетесь. Ну могу типа, ну... Получается, вниз надо идти, наверное. Получается, в кровь идешь, да. Нет. Бля, на самом деле, типа, чат, ну, я смотрел типа частично Шрауда. Ну, пушка, чтобы попасть на ближайшее. 10 ключей на другую сторону, у меня нет 10 ключей. Типа, по факту он заключил контракт, но после того, как та компания типа разорилась и прочее, 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 он решил вернуться обратно на Twitch и так далее. Ну, блядь, такое. Вы стреляете и влево-вправо вниз вверх, и на пробел выстрел. Типа, куда ему еще деваться? Естественно, вернется на Twitch после того, как компания разорилась, типа, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, вернется. Влево прыгнуть и окажешься справа. Кто я? Как я? Да, где я? Где я, блядь? Да, блять, в смысле, один раз только тыкнуть и все. А кто я, где блядь, я? Блять, ахаре! Какой у вас цвет? Да иди нахуй с этими самолетами ебучими! Да пиздец, блять, у меня флеш ебанул, блять, там зеленый. Блять, сука, кто черный? Пизда. А почему кто-то черный? Читеры! Идите вы в пизду, блять, подосами, блять. Подожди, профил, ты чёрный, да? Не, они умеют, пацаны. Не, они, Ваня, блядь, тебе пиздец, меня блядь заебашили, блядь. Я нахуй в лаву ёбнулся ещё. Классно. Ой. Как поворачиваться? Я даже не понимаю, да, блядь, синий на фарме, блядь. Да, фил чёрный, пизда, два пока. Ты яхста. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. О. А, все, вернулся, типа. Надо вниз идти, бля, флэш, ты мне неправильно не, сказал. Конце, не, там в конце хода пиздец будет. А, если ты идешь вниз... Жена, кофе налей! Бля, только подарок есть, ну го подарок юзать. Ну, нет, тебе не надо, не надо. Тебя может тэпнуть перед сундуком, а у тебя 39 ключей. А, то есть, типа, это, ну... Я понял, не советую, но ты можешь поюзать. Я понял, да. Фил, мы с тобой топ-1, если что. Не, я не буду играть с вами больше в эти игры, нахуй. Я просто играю вам по 7, по 7, по 7, по 7, по 8, по 7, по 8. Я тебе отвечаю, что сейчас 9 выпадет. Смотри, вот просто, ну смотри. Я тебе отвечаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бля, подобрать ключи или, смотри, сейчас... Там ловушка сверху. Она не активированная. А, нет, она активированная. Это не активированная. Не активированная, да? Ага. Блин, так получается, что... А куда идти-то, лол? Ну, наверх. Го наверх, блин. Ну, ловушка почему? Почему нет? Да, бля, ключи нужны. Ну, так поставь ключи. Моё! Моё! А, супероружие можешь ебануть, если хочешь. Чат, мафии потом пойдем или не пойдем? После этой самой, после этой GTA... Или оф, нахуй, чат. Не, 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 ебай, слышите? Он не пускается. Он ебай, он там шаман. Ля ты ебать, ты Антон Мамон, нихуя себе. Ля. Это кролик, он ходит всегда по прямой и всегда на 4 клетки, если встречает кого-то. Да блядь! Хорошо, на нахуй моё, блядь. Моя ловушка. Вовушка. Я сказал флэш, он всегда ходит по прямой и всегда на 4 клетки. В скобочках я там, блядь, рядом стою, нахуй, нормально. Так, рядом никого нет, да, у меня? Жалко. Да Fall Guys сейчас все играют в Fall Guys. 9. А, 9, да. 9, 9, 9, 8, 7. Понятно, 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 понятно. Так, ключи сюда. Это мой друг около меня пиздец, стоит. Пиздец, бля, ебать, везет. Ну не везет. Немножко не везет. Могу ему ебать? Ничем, у меня вообще ничего нету. Да и го это, го кактусом. Ща, бля, ща у Вани будет 2, нахуй, вебку опять что-нибудь сделает, оно не представляет. Я сам парень, отвечаю, у тебя будет 9. Смотрим. Бля, Вань, зато ты бы зимщики ключи взял, Вань, зато ты бы зимщики взял. Сейчас еще кролик заебашит тебя, блядь.
Бля, ну охуенная, вот это пиздец потный. Охуенная игра! Охуенная, я больше не могу. Меня пацаны меньше 7 не выкидывают, там типа 2-1, 2-3, блядь. Классная игра, заебись. Горите в аду, нахуй. Я теперь понимаю, нахуй мне... ГТРП, конечно. Я просто... Я понял. Хоть бы здесь, блядь, что-нибудь выиграть бы. Надо пробел использовать, то нормально будет. Бля. Хорошо, хорошо, хорошо. Угу. Да бля, ну как так-то? Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Да что никого не дамажит, блядь, в смысле? Бля, ебана рот. Ебать! Сюда! Ой. Свань, что с тобой? У тебя демон вселился? Блядь! Бля, пизда рулю. Ну, блядь! Бля, Ваня вообще-то... Блядь, Манурина демон вселился, посмотри. Ну, что такое-то, блин? Да, Манурина, блядь, на нахуй. Когда начинает говорить... Бля, как вообще не дамажит, блядь? Ебать, что ты, сын ты, блядь, что ты, кто ты? Блядь, я засмотрелся на вас. Да, бля, хосту тупо крутит, бля, хост сидит в инвизии, блядь. А давай еще как тут, еще как тут, ты стоп, а у меня ж мало, бля. Опа, я не буду больше стримить, нахуй, я сейчас вместе отдыхаю. Я тебе рассказываю, вебка сломалась, фил ГТРП меня сломал, все сломали, нахуй. Да и под баролю, блядь, кактусы еще не будут. Подождите, сейчас. 9 или 10? 4. Что это за, блядь, такое? Как так-то, блядь? 2 шаги. Наверное, наверх. Так, надо затопить. Бля, 80 ключей у Вани. Что за такое? Да, 80. Нахуй, любой каст заберут, не переживай. Я пока там все время кролик выебет, ключи заберут. Год 3. Год на характере 3, Вань. На характере, ебошь тройку. Ну, нихуя. Го вниз, го вниз, го вниз. Раз, ты можешь подарок взять вверху. Можешь подарок взять. А, или можешь вниз пойти, Вань, слышишь, в натуре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Подарок и цифроружие. Нет, вниз вообще без шансов. Ну да. Ну сам смотри. Да-да-да. Там кроль меня выебет, жо. Что это? Не, не надо, не надо. А подожди, хотя бы посмотри, нажми R. Ну тебе типа телепортит, видишь, чтобы R не нажимается у тебя, нет? Не, не нажимается. А, ну тогда в пизду, тогда лучше цифроружие бери. Бля, 10 ключей вообще-то не так много, с учетом того, что у Вани типа 82 этих самых. Да, блядь, хилку дали, такое говно вообще, пиздец. Бля, что-то Микамик со своим кроликом немножко это напрягает. Главное, чтобы он не выкидывал восьмерки. Кстати, если кролик рядом с вами, можете предварительно поюзать кактус, тогда он так. Ну пиздец, ну рили? Почему он так прокает на телепорты? Бля, чат репортим Камика, ну что такое? Ну бля, ну откуда? Да, блядь, снова ловушка ебаная. Направо, направо ходи, направо, я тебе говорю. Да, пошли, да, да, да. Да серьезно. Включись, блядь. Мне нравится, что в Ваде так скромненько в правом нижнем углу написано «Лоджи», типа «Логитех Капча». Ебан, серьезно? Где, кстати, написано? У тебя абсолютно в рыбае. Сейчас. В самом-самом углу, маленький-маленький такой. Закрывай. Бля, только один ебаный подарок, блядь. Ну что-то межгалактически жесткое. Да блядь! Что такое, блядь? Что ты злишься? Тебе выпал подарок, ты мог выпустить... Да нахуй нужен этот подарок, когда выпадают два? У меня все вебки нахуй, все дали. А-а-а, там подняли шанс, говорят, ласт обновых на телепорт. О, это вообще имбовая тема. Что произошло? Смотрите, короче. Я вообще сказал про вербай, блядь, у меня просто все сбилось. А что такое? Все нормально. Подождите, не-не-не, нихуя не нормально. Не, у него на стриме сбилось, наверное. А. Сейчас, давай. Что, ну что опять случилось? Ну что я так, опять сделал? Все опять нахуй, смотри. У меня все в порядке у тебя, ну-ка. Что? Это видео недоступно? Выключите подарки в настройки игры, когда будете создавать, они инбалансы. Да а что я это сам? Может, только что создали. Походу, рели Вика, дочь Собянина, что может позволить кормить эту обезьяну.
Мужики, есть кто это самое, сейчас, так сказать, там сыновья, сыновья дочери есть там. Мы это самого? Обама там и прочее, прочее, прочее. На месте чи нет, бля? Еще Магнита сейчас в жизни. Что произошло? Я не знаю, у меня показывает, что, смотри, у меня 0 ОБС. В ОБС, как мне типа ОБС завис или что это? Сейчас я пытаюсь, короче, ребутнуть. Сейчас я на Луну нахуй лечу. Что там, мужики, у Вани? Минус поток или чего? Что там у Вани? Да, блин. Не понял. Сейчас, ребят, попробую. Бля, не херайте, слышите? Бомбит. Шраут еще не начал играть, его ждут 330 тысяч, и он будет играть в Valorant. А, ну понятно. Телек в чате пишет. Понял, я понял. По фиксу пста. А, по фиксу. Ну типа... Готовы? По фиксу. Готовы? Блядь, конечно, ну... Просто. Да. Молчу, блядь, молчу на самом деле, чат. ОБС не отвечает. Чтобы ты понимал, это... Ой, бля. Я просто, мне просто... 350 тысяч... Зеленых и два. Ебать, нихуя. Ну это жестко. Да не, ну, че, мужики, он там этот самый, он миллиардер. Типа так-то. Ну. Пиздос. Вообще, вообще в идеале можно только порадоваться. Типа, когда, условно говоря, он ушел по факту за. Ну, что на миксер. Что вообще происходит? Ему проплатили контракт, он миксер разорился, он вернулся обратно на Twitch. Его, типа, ну, как бы это можно сказать, забыли. То есть он вернулся и сказал то, что я вернулся, но по факту, хотя он ушел. Ну, бля, короче, это спорная ситуация. То есть он ушел типа за бабками, чтобы развить ту платформу. Вернулся типа обратно, его типа ждут, и он вернулся на рекламу Valorant, которая типа Valorant, у них самая жесткая агрессивная политика, типа именно у Valorant. Пиздец, еще, бля, вообще, ну что, ну красава. На самом деле это так. Только как бы... Пытаемся подрубить, не знаю. Я надеюсь, не залагает. А что вообще у тебя произошло? У меня ОБС завис полностью. Да в смысле ты полностью не прав? Так в смысле? Все, почему я полностью не прав? Если он ушел на миксер, и он ушел с Твича, чтобы развивать платформу на миксере. Платформа на миксере закрылась, то есть то, что по контракту ему по заплатили, правильно? Правильно. Проклятый компьютер, проклятая жизнь, проклятая, блядь, удача, нахуй, и так далее. Не говори так, не говори так. Ну так и есть. Так... В играх уж точно. Так. Не говори так, и все в порядке. Это точно. О, нормально, 150 зрителей, неплохо. Начинаешь, а доктор Дискрит, недавно на Ютубе на стриме было 500 козрилов. Да. Ебать! Поехали, а что я сделаем? Что это такое? 500к, бля, это вообще пиздос. Здесь катаешься на машинках, на вазе, вы только вдумайтесь, 500 тысяч. Типа, очередь выстрелов, очередь заканчивается, ебать. Она ебать. Также есть бафы, их можно брать, тогда выстрел, ну, не в один ряд, а в 2, 3 или 4. Фил без обид, ты клёвый. Готовы, чуваки? Да. СПСы. Я смотрю на Фил на вебке, мне страшно, блядь. Я смотрю на Фил на вебке, мне страшно становится. Вот смотрите, я взял баф на 2. Да как она ест это говно, блять? Я ничего не помню. Где баф какой? А, видишь? Вот значки. Вот он. Да-да-да-да-да. Пауэрап. Перегрев еще. Да, есть перегрев еще. Давайте, хуярьте, хуярьте, конечно. Ой, бля! Пауэрап это основное, что надо брать. Вон они на карте, я... видите? Не. Ну на карте, смотрите, вот значки такие. Ебать жестко. Подожди. Да ну бля, за что? Я не вижу. Хуярь Ваню, хуярь Ваню. Ебать, не трахните меня толпой, блядь. Ебать у него там. Да ну за что, блядь? Блядь. Так, если у вас нет пауэрапа, то лучше не сражаться. Да слышишь, блядь, Камик, иди, блядь. Выдыхай, сына. Да за что? А это ты разум? Дед Павра, блядь. Да вот, смотрите, блядь. Они на карте валяются везде. Ну, типа, иногда спавнится. А, вон. Да! Съебывай, бля, глупец! Броня нужда! Блядь, броня нужда! Вот Павра. Ну! Ну как так? Блядь! Ну как так? Вот как так? Ну как так? Я взял лол! Ну как так, лол?
Реально, как так, лол? Ну как? Ну как? Блять. Ну забей, блядь. Я ни разу ничего не подымал. Где я? Сука. Ебашь его, Вадим. Блядь, что за... Есть такое корявое управление, это просто жесть. Заебись. Хорошо, 5-5-3. Хорошо, хорошо, хорошо. Короче, друзья, Ваня сейчас выбит 8. Вот я отвечаю. Сейчас точно, сейчас прям фасотка. Так. Подарок, наверное, нет. Я, наверное, не дотянусь, да? Да не надо, ну за что меня? Ну ладно, ладно, ладно. Я не дотянусь. Блядь, просто невозможно. Ну хосту крутит, хосту просто крутит. Ну как играть? Бля, хосту просто крутит. А что сделать? Подарков нет, ничего нету. Подарок есть, вот тебе. Вызови на звёздное направление смертельную боксерскую перчатку Монка Гига. Ну-ка. Не дотянешься. Не дотянусь? Mm-mm. Может, ну, на ракете улететь? Ну смотри сам, короче. Да, нормально. Четыре. Ну, сколько у меня ключей? Бля, 47. Ну, понятно, что налево за сундуком. Да, он сейчас выиграет. Так, друзья, сейчас настало, Валера, настало твое время. Ваня, там кролик, аккуратно. Где? Да, тебе нужно как-то, наверное... Хотя... Нет, кролик, по идее... Ну, короче... Подними вебку и Юру чуть-чуть. А куда? Он и так наружный, мужики. Ты можешь слишком много выиграть. Здравствуйте, жесткое ТВ, я жестковато. Жестко, жестко завтра подрубит, а я жестковато. Я бы, наверное, как-то съем. Вот это жестковато, это жестковато. Так, Ване нужно выбить всего лишь... Ну... Ладно, это уже не смешно становится. Бля. Ебать, бля. Ебать. Нормально, Вань, так сказать, тише едешь, дальше будешь это. Ну как ты? Понимаешь, чем дело? Я сейчас вижу такие бомбаны, нахуй, я выключу, я просто не буду вообще включаться. Вань, поспешишь, людей доспешишь. Нормально, нормально, нормально. Такого не может быть, такого не может быть. Лучше медленно, но верно. Ты понимаешь, чтобы в GTA были такие проблемы, какие были сегодня, с компом, с вебкой, со всем... А, Бомбермен. А, Бомбермен, Бомбермен, да, вот это топ-топ-топ-топ. Сейчас смотри, тут есть два пауэрапа, один это на количество бомбермен, бомб, которые можете ставить, а второй это на мощность этих бомб. Че это за хуйня еще раз? Это Бомбермен. Бомбермен. Выключи баннер на время, на один поток выключить можно. Панк Рокбой, простите, пожалуйста, вы менеджер? Вы менеджер? Смотри, ты, короче, ставишь бомбу и отбегаешь, она взрывается горизонтально и вертикально. Тебе нужно брать бафы. Бля, мужики, может, Бомбермена поиграем? Бомбермен вообще обалденная игра. Фил, я все это время смотрел на тебя. Пиз... Рили? Окей. Бля! Бля! Нас заминировали. Фил, ты тоже, да? Да, да, да. Фил, я смотрел все это время на тебя. Первую бомбу я смотрел на тебя, думал, что я... Неплохо. Бля, я был чемпион это Бомбермена. Твари! Ну бля, ну как так? Ну кто меня замуровал, бля? Ну что такое? Ну блядь, за что? Бля, рили? Рили? Бля. Сука, я такую бомбу смачную поставил. Блядь, мало Бомбермена, блядь. Нет, я занял первое бля, место. Бля, Бомбермена я поиграл. Бомбермен итоге... вообще топовая игра. Я занял четвертое место и первое, и в сумме я занял четвертое. Сейчас, мини-батарея, кусик. Ну, раз, два, три. Ну, 6 получается выбрасываем. Так, ну, мужики, да получается, что не везет, кто снизу пойдет. А там флеш и так места уже, да? Или кто это? А кто там снизу? Я внизу. Флеш. Я надеюсь, что я не внизу. По-моему, пизда настает в конце хода. Блять. Нормально, вниз надо идти, слышь, Камик? Там сейчас уйдет уже это. Ловушки. Сейчас кисель уйдет. Подожди, подожди. Да вниз надо идти, серьезно тебе говорю. R надо нажать. Да. Да какой вниз, блядь? Да вниз там заебись, сейчас кисель отойдет, нормально все. Пошел. Так,
Говорят, тут, что блядь... бомбермене очки за выживание дают. Моё, моё. Блин, Вань, я бы... Фу, ну ладно, Вань. Не, ну Вань, нормально, слушай, ну, блядь, Вань, ну, 5 это норм. Уже идет, понимаешь? Как 5 Вань, это там, норм. Там кролик, если что. А, нет, кролик вперед только идет, он назад не идет. Вань, ну 5 это ГЦ. Так, чё, мне пизда? А, блядь. Хорошо. 15 хп, пиздец. Оно не дамажит, да, получается? Оно да, не оно дамажит, не дамажит, но... оно не дамажит, не дамажит. 15 хп мне снесло, в смысле не дамажит. Не-не, камик, нормально, не дамажит, нормально. Так, подождите. В смысле? У меня 28 ключей. Бля, у меня ключи отнялись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин, а у меня... Так, и что делать в итоге? Я бы вниз пошел. Хорошо, хорошо, хорошо. Раз, два. Телепорт с филом. А нет смысла телепорт с филом. Я дамажу на 15, а толку. Нет смысла фила свапать. Я все равно ключей не... Ой-ой-ой-ой. Ебать. Пизда, ебаный нахуй. Портандер, блядь. Подъем, спуск, выстрел. О, наклон влево. Да, меня бесит. Воздушный бой, это, наверное, худшая игра вообще из всех. Блять, сложно, кстати. На пробел стрелять и, ну, на вазе двигаться. Бля, меня сейчас укачает. Портандер. Вань, ты куда? Ты поплыл? Да, блядь, что происходит, блядь? Я тоже. Я просто сам разбился, ты не переживай, мне не надо убивать. Да кто, кто, блядь? Что за агрессатура? Да в смысле? А это у меня хп нет, да? Да, блядь, кто? Ну крыса! Ну кто сзади меня стреляет? Чисто в ванности напихал. Блять, пошел в жопу, блять, пиздец. А в смысле, автоматически, блять, или надо, ну, типа, оно на автоматически наводится? Да, да, автоматически. Он полуавтомат, полуавтоматически. Пиздец. Я пытаюсь целиться. Пошел ты. Да, бля, ну. Бля, мансиш, мансиш, там эти автоматические эти прицелы, конечно. Просто мансиш как боженька. Блять. Минус два. У меня минус два, ребята. Я второй, да ладно, блять. Нет, ты первый. Нет, ты первый. Ты вместе со мной первый. Ну, а сам да? Я такой. Так, ключей у меня нет. А, зато у меня есть баклажан, да? Ну пошел нахуй со своим баклажаном. Так, сюда. Все, будет. У меня все равно, у меня нет ключей, все равно. Так, раз, два. Направо. Да, да. Еще баклажан. А, еще, да, один баклажан. Сейчас будет прикольно, если я сейчас два выкину. Нет, сам прикольно, если перчатка есть, ты мы ебанешь ваншотом и заберешь 20 ключей. А, вот это да, заебись, хорошо, да, хорошо, что напомнил. Или магнит, это заберешь. Да, заебись, заебись, хорошо, спасибо, что напомнил. Блядь, что мне делать? Ну, во всяком случае, ты не в крови пока что. Так, ну сейчас Ване должно хотя бы 6 выпасть, судя по логике. Потому что 5 уже было, как говорится. Ваня там сидит на негативе, блядь. Я предлагаю сделать следующее правило. Если, типа, Ваня упадает 9, то он автовин в этой игре сразу. Просто игра заканчивается, он выиграл. Если я погоню кролика, он меня в жопу выебет. Давай. Фил, давай, перчатка. Перчатка у тебя есть. Ебать! Ебой! На нахуй-ка. Ебой! Ебать ты, Mayweather, блядь. Да, это жестко. Так, ну чё, чат, идём? Ну только Ваня, не два? У тебя два, на два сундука, хорошо, нихуя хорошо, себе. Ты лучше спроси, дойду я до него. Ну просто много ключей это хорошо, но как бы сундуки подотечные, потому что ключи можно выбить. У него больше всех ключей из нас, но у него нет сундука, у единственного из нас. А он сейчас дойдёт. Так. Окей, на старт. Бля, чисто на старт пришёл. Давай, 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 давай. Нормально, на характере. Просто, знаешь, это... Тихо, тихо, все молчим, молчим, молчим. Я кактус, ребят. Троечку, Вань, давай троечку. На уверенности. Ебать, семерочка, хуя, это жестко. Семь пошло уже.
Вань, го в жижу, го в жижу. Вниз, 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 Вань. 15 хп, урона получишь, но пойдешь к сундуку. Я бы вниз пошел, на самом деле. Сколько, у меня 5 сейчас остается? Там кролик, он тебя ебает. Давай, го по кругу. А там кролик ебаный. А, внизу, да, кролик, тебе вверх. Я бы пошел, наверное, ой, вверх. Все-таки наверх, ну хз, да. Ну смотри сам. А когда эта жижа спадет? Сейчас уже спадает. Не, она сейчас не спадет. Да вот сейчас вот прям спадет, спадает. Я думаю, что она не спадет. Ну сейчас тебя она продамажит тоже. Вань, иди в жижу, Вань. Там регенит хп немного. Можешь меня сокрушить вообще, сука? А, ты же кактус. Он же тебе дефает от этих самых. Все, я понял. Давай меня все ебаните. Давай, два флэш. Давайте вы все мне пеньте нахуй сегодня. Опять этот гонг ебаный, блядь. Я не знаю почему, я открыл 42 игры. Или 47. Бля, им бесит, что они лагают, блядь, эти гонки ебаные. Это в начале такое, бля, ебать закрутить. Бля, пиздец, я вообще в гонках отвратен. Че, вы в НФС, что ли, не играли? Да. Позавчера же это было, блядь, Фил, и ты молодой. Это да, тут с иглы. Блядь, что такое? Куда скилл пропал после первой игры? Бля, нельзя вообще останавливаться, понятно, здесь нет тормоза. Да забей, Фил, сейчас догоню. Я забыл карту, бля. Вань, жопу дышу тебе. Ай, блядь, ты чё такое? Забыл, в какую сторону надо, блядь. Я просто нахуй не туда уехал. Да я свой рот ебал, бля, я ебал. Вань, не переживай, за тобой еще я. Я не могу, что на такие игры, это ж я, блядь, не так негативно, нахуй, пизда, я на себя. Виноват. Я лучше, блядь, попроще, не Варкрафтики, там что-нибудь такое, блядь, поделать. Да господи. Нет, Варкрафта уже тоже не будет, пацаны. Варкрафта не будет? Уже все получается. А что, куда он делся? Давай, нахуй, давай. Боже, что так, блядь, хуёво я еду, пиздец. Что там, блин? А, это Фил вперед нас уехал? Да. А, я восток, короче. Бля. Я не знаю, что там везет. Просто необучаемый, блядь, просто необучаемый. Это шок. Хорошо, чат. Флэш. 102 ключа, Мунка Гига. Аккуратненько твой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я там. Двоечку. Так, двоечку, да? Вань, я же сказал, что тебе не задамажат, Вань. Ну, ты, блядь, слушай. Есть же. Ты что, сзади был? Если бы вы видели, как я застрял, вы больше бы ничего не говорили. Бля. Че. Так, работаем. Работаем. Ключей не хватит. Все, все. Вань, еще 6 ходов надо потерпеть, короче. Нормально работаю, блядь. Кстати, а 6 хода, худший шаг. Зато, ребята, 102 ключа. Ну чья ловушка, блядь? Ну что такое? Это общее. Флэш, ну везло там, сколько? Подожди. Как сказал один парень, да, карма вернется. Да, до сих пор возвращается карма, ребят, нормально. Ничего нету, хорошо. Подождите. Не, один или два, Вань? Ой, этот флэш. Ну это карма должна, кролик как раз рядом. А каждый ящик всегда стоит 40 ключей, да? Ах, пойдем. Да за что? Ну за что? Да в смысле? Ой, бля! Сюда ключи. А его кролик не ебанет, мне кажется. Кролик мимо. Если вы умираете, вы на кладбище появляетесь. Бульк. Там еще кролик. Нет, кролик, по-моему, его не ебнет. А когда кролик его исчезнет? Никогда, он на всю карту. А, нихуя. Вань, гой еще один кактус, Вань. Фух. Так. Ебать. Фил, я к тебе, Фил. Не! На гравьяр. Ваня, ты как раз охуенный. Не, потому что там впереди, там мой... Это жестко. Да. Тебе а чей надо... кролик, подождите? Ваня? Мой. А, Камика, окей. Хуя себе.
Так, подожди, смотрим. Внизу. А где эта хуйня? Внизу, смотри да. На золотой путь. Внизу, я понял. Да, туда. Бля, почему нет у этого самого магнита? Сейчас бы у Вани бы спиздить все, что есть. Как ты меня дотянулся бы? Чисто 100 ключей да? На базу. Пиздец. Самый пиздец в том, что если мы сейчас убежим вперед кролика, то он нас трахнет, Фил. Ну да. Это не видит, получается. Добывание подарков. О, это вообще рофл. Короче, вы берете подарки и несете себе под елку. Проблема в том, что они заканчиваются, и потом нужно подарки пиздить у других. Хорошо, блядь, воры, блядь, сюда воры. Пробелом, пробелом? Да, по-моему, здесь можно тоже драться, если не ошибаюсь. А где я, блядь, кто я, нахуй? Ну, ты свой цвет, ты розовый. А, нет, драться нельзя. Бля, надай! Ну куда ты, блядь, подай подарок, блядь? Да что такое, блядь? Дай подарок, вор! Подъебите меня, нахуй! Ты мои подарки воруешь, ты мою! Ваня, а ты зачем мой воруешь? А, это ты? Блядь, вверх, вверх! Впереди, пытайся! Мужики, вверху много подарков, мужики! Вверху много подарков! Мужики, сверху очень много подарков, мужики, сверху! Воруйте сверху подарки! Воруйте сверху подарки! Бля, это очень много подарков! Снизу, мужики, все вниз, все вниз, все вниз, мужики! Бля, вот что к мои подарки пиздят! Что такое, блядь? Снизу очень много подарков, мужики, напрягись! Напрягись, слева вообще нету подарков, моё! А, не успел, да? Ну, блядь! Сука! Никто подарки не ворует у меня, кстати. Блядь, это прикольно. Давай, давай, давай. Блядь, игра прикольная. 41 ключ. Так, ну чё, надо получается, Ванечку свапать, да? Вань, не переживай, я его сейчас свапну. Я его сейчас свапну. Блядь, у него 30 ключей есть. У меня нет ключей, мне не выгодно свапать. Мне выгодно использовать баклажан. Сука. Баклажан. Есть проблема, теперь проблема. Блядь, зачем ты это сделал? У меня 39 ключей, зачем ты это сделал? Если я сейчас выбью больше, чем 4... Блядь, я Ваню не смогу свапнуть. Короче, мне надо выбить не 5, не 6, не 7, у них 8. У всех свапы, понимаете, ребят? 2, 3, 4, 5 или 9, и тогда заебись. Давай. Бля, мне пойдет. Пиздец. Мне пиздец. Хорошо, это ключи мои, да? Значит, будет. Так тебе он даже не задамажил. Ваня, держись там. Кролик в конце хода. Ходит. Мне пизда. Фил, короче, походи сейчас, ну так, чтобы впереди меня оказаться. Ой, позади. Тогда он тебя всех дамажит, он навсегда. Он не один раз. Он дамажит в конце хода. В конце. Бля, ну ты своровал ключи мои. Да? Ну как так-то? Может, подарок там был? У меня ключей нет. Бля, пиздец, мне пиздец. Мне пиздец. Так, а я последний хожу, подождите, ребят. Ебаш меня, что ты смотришь, нахуй? А зачем мне тпшить, Ваню? Мне пиздец. Да, это понятно. Блядь, что-то я не понял, надо было просто это самое. Если я бы свапнул, я не знаю, у меня 39 ключей. Сундук это 40 ключей, всегда 40. В этом проблеме. Я просто не знаю, если я свапаюсь, я получаю с него ключи или нет? Вань на первом месте, кстати, ныл всю игру, кстати, орал, что, блядь, проебывает. А, 28. А, 28 ключей. Вань на первом месте и с 36 ключами лидерством от второго. Ключи спиздили, понимаю. И с 52 ключами от последнего. Работаем. Понимаю. Там сейчас кролик уйдет к 100. Так. Не пиздец. Камик? Да. Отдавай свое говно. Ну половину. 19 ключей. Так, мне надо, короче, вниз идти. Мне 15. А почему кролик-то не ходит в итоге? Он что-то застыл на этом месте. Он в конце хода, я еще раз говорю, в конце хода бывает. Не пизда вообще. На. Неплохо камик. Неплохо телепортнулся. Мои ключики подобрал часть. Ой. О, нет, он потерял. На нахуй. А что случилось? А чё он не ударил? Он должен на ту же клетку стать. Боже, это что? Да нет, он мимо пробегает и ебёт. А чё он меня не ударил? Я не понял. А что это? А что случилось? Он должен пробежать и шотнуть.
Меня подвинули, а кто меня подвинул? Что мы делаем? А-а-а, ты меня ударил, поэтому ты... Нет, подожди, его магнитом меня не двигал. Ну да. Из-за камика, потому что он... Короче, я не знаю, какой-то чит произошел. В общем, смотрите, что в этой игре? В этой игре играется команда на команду. В одной команде 3 человека, в другой 1. Ага. А трое играют за типа плавунов, а один играет за акулу. Задача плавуна — скрыться между другими NPC-шными чуваками, такими же, такого же цвета, как ты, и брать рации. Видите, вот спавнится рации. Слева внизу, вот на экране. И вы должны эти рации принести, ну, короче, их подобрать... И набрать в команде 5 раций, а потом спастись в центре вертолета. Да, понятно. Задача акулы — это ебашить, короче, ну, всех игроков. Прикольно, на самом деле, не играю. Да. А, да? Ну, да. Ну, если до этого у тебя, блядь, неудачный день... О, я акула! Все, заебись, сейчас я вас найду. Так. Вот я буду вас сейчас хавать. Так, а где рация, я не понял. Блять, тот уже рацию взял. Так, сюда. Сюда, камик. Шо? Один есть. А у тебя есть количество этих, или ты просто Бусов всех? Нет. Я могу сколько. Ну. А. Сюда рация, блять. Сюда рация! Сюда рация! Сюда Фил! Да бля, ну что такое? Как ты меня нашел? Так, остался один Ванечка. Да ты зря. Так, а Ванечка. Вот так, Ванечка, ну где, это ты или нет? Я просто не могу понять. Вань. Вань, тебе надо спастись у вертолета. Бля, я потерял его. Бля, я его потерял. Вот этот? Бля, ты вышел в натуре? Да. Он слева был. Ой, бля, прикольная игра. Это мини-игра. Хоть где-то я наебать смог. На, давай ебашь, сука! Спасибо, родной, спасибо. Так, а что мы делаем? Использование. Бля, у Вани вообще 80 ключей. Не переживай, блядь. Не, ну 7, получается, что не везет. Ой. Что это я нажал? Бля. Я не знаю, но я на последнем месте, меня это не очень радует. А, это я! А, кролик меня пощадил. Кролик не сработал, непонятно. Подожди, 25, улей. Подожди, а что мне делать? Ты го в жижу в это, го в кисель. Свапнуться, что с кем-нибудь? Кто там супероружие? Бля, слушай, я не могу свапнуть кактус. Ой-ой-ой. Не можешь? Я не могу свапнуть кактус, да. Ну, получается, что не везет. Это проблема. А у меня, блядь, кактуса нет еще, помимо всего, своего себя. Подожди. И что мне делать-то? Хорошо, блядь. Да в смысле? Да как ты достал? Да за что, блядь? Понятно, ну мне пиздец, короче. Раз, два, три. Опять пчелы покусали. Ну ладно, делать нечего. Пчелок уважает! Тут делать нечего. Им не пристает! Того они не жалят. На нахуй. Так, я надеюсь, исчезнет это кровавое говно. Подарок надо было. Да подарок меня тэпнет. Ну, типа, и что? И дальше что делать? А, так подарок же это не всегда телепорт, как я понимаю. Флэш, а у меня есть перчатка, короче. Сейчас этот, я тебе на респаун. Куда все ушли? Я тебе помогу давай, сейчас давай. На распаун. Я от кролика не сдохну хотя бы. Я не верю, что у меня сейчас будет телепорт. Сейчас шанс телепорта повысился. А вот. Ну, пиздец. А зачем у него ключей нет все равно? Да? Да хуя, Флэш. Теряешь 20 ключей за пушки жижи. Жижи не будет на следующем ходу. Не, я только что Ваня активировал. Короче, Ванечка надо ебашить, он пиздец там ныл, что у него два выпадает, а теперь он на первом месте, и я, ну, типа, все бойфанты. Это все потому, что я скиллованный. Тишка сказал, парень, тише едешь дальше. На нахуй. Тише едешь, дальше будешь. Режиссер. Я как умер! Камень, как с перчатки дела, Камень? Как с перчатки дела?
тебя не в отпечатке, есть ружье только. Ща въебет нахуй Чифилу. Да я, блядь, складбон уже. Я складбона выбраться не могу, блядь. Камик, завязывай, блядь. Поехали, поехали лучше вместе. Давай, поехали. Поехали. Я согласен. Смысл вообще? На нахуй всех ебать просто нормально. Еще и камик в эту в воду ебанул опять. Проблема да? в том, что ракета, да, она 7, не выбирает да. путь, она летит туда, куда она летит. Проблема в том, что камик сейчас отхуя. А, нет, нормально. Не, я еще выживу. Там 15 хп. Бля, меня оставили с этим конченным кроликом. Вы, кстати, он никого не задамаживал? Вниз надо. Ебать, что такое, ля? Типа, аим. Выстрел пробил, блядь, не на ЛКМ, а пробил. А, не, можно. И на пробел выстрел. Понятно. Прицелиться влево-вправо. Здесь нужно стрелять, что, да. Типа влево-вправо и выстрел на пробел или на кнопку. Надо ебашить оранжевые мишени, а красные, ну, типа, не трогать. Бля, ну, ебать, что, блядь? Свои надо ебашить? Да. А, ну, оранжевые, а красные не надо трогать. Ага. Что? Что это? Это бомбовые мишени. Тварь! Ай, блядь, да, блядь, за что, блядь? Почему медленно? Типа надо... Ой, блядь! Почему медленно? Да что, блядь, медленно, я ебу, блядь. Хорошо. Хорошо, блядь. Почему медленно? У кого-то, блядь, почти дернулся курок, я видел, блядь, периферийным зрением. Да, блядь! Ай, я понял, я просто понял, как это работает. Я просто... Сюда, блядь. Что тебе везет, нахуй? Что не везет? Я проебал, вот это я кончу. Я понял, как это работает. Я просто не понял саму механику. О, ебать, Джейсон спал. Пиздец полный. Так, ну что ж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я шел первым почти всю игру и проебал в конце. Дин-дин-дин-дин-дин. Бля, хилка вообще не хилит. Ты чё за хуйня? 20, да, всего лишь. Получается вниз, у меня сюда. Пиздец, а если бы я выиграл, у меня было 40 ключей. А, у меня и так 40 ключей. Стар. Так. Подожди, а где этот сундук? Бля, он в пизде, да? Понятно. Да, жестко. Я теперь ЛС в чате, бля. Почему? Ну, low skill, типа LS. Не, меня, кстати, мои настолько они уже поняли, уже привыкли, что я хуёво играю, что они даже меня не вписывают. То есть их этим не удивить, понимаешь? Так, что там у меня? Ладно, мы пока ничего не юзаем. Ты не можешь ничего юзать. У тебя супероружие. Это ебать. Что? О, это бочка с говном. Короче, сюда бочка она, с говном. Ты вешаешь ее на чувака в любой точке карты, она вешает на него сайленс, то есть он не может юзать предметы, и ему дамажит 10 хп в ход или 3 хода подряд. Там никого нету, ну, ловушки там. Я сейчас пиво там. А интересно, через эту хуйню пробис? Блять, он навсегда их устанавливает? Мия. Да. Ебать, он уже 3 прока. Мия. Спасибо, пацаны. Сердечки чатику моему, блять. Нет. Сердечки Нубу Вани, который всегда во все проебывает, поэтому на первом месте идет 40 ключей. Да это просто повезло. Просто повезло. Понятно, да, я понял. Ну я проигрываю ваши мини-игры, я не знаю, как вы в них играете. Только тебя удалось обмануть просто и все. Это единственное, что меня хорош обманывать, понимаешь? Ваня, там кролик. Нет, это говно, надо было направо. Ну типа, пусть будет. Флэш в меня ТП не сделал, потому что на мне кактус. Блять, кролик не работает, что за супероружие, пробежал флэша. Он нам флэша. Ничего нахуй не рассказывает. А ты, короче, ты что-то сам там сделал, что... Бля, понятно. Это что? А опять эта хуйня. Сюда, а, мужчина. Нам не везет на уникальность мини-игр сегодня. Попадайте. Блять.
Блядь. Кавик поплыл. На нахуй! Кювейт! Кювейт? Ну да, в него улетел. Блядь! Ну что такое, блядь? Ну блядь! Да чё за хуйня? Да блин, ну что такое? Ладно, похуй, вторым доеду. Фух. Снова четвертый. Как сказал. Да, может... Как сказал мой друг Flash in the Night, я так хуёво играю в эти. Куда? Ну ладно. Хуёво играю в гонки. Не, это гонки нормальные, я вот хуёво в другие, в нормальные гонки играю. А-а-а. Кролик так. Зациклился просто, просто, блядь, бегает по кругу, там, короче, забей, не до этой карты, это кролик. Теперь, что делать? Ванечке нельзя дать взять этот сундук, он выиграет тогда. А мне помешать особо нечем. А чем ты можешь помешать, кстати? Фу, ну поехали! Блядь, унитаз! На нахуй! На нахуй! Чисто смыло. Флэшу везет. Меня смыло унитаз. Видел бы с каким лицом уехал, кто Флэш? Фил, ты был когда-нибудь в аквапарке? Давай, Фил, давай. Не работает? Фил, не работает. Давай, Фил, расскажи мне, давай, а? Бля, ну не везет, получается. Так, ладно, сейчас, подождите. Я знаю, да, номинации дают в конце. В конце дают номинации и дополнительные кубки. Там чуваку, который больше всех урона нанес. Ну, блядь! Ну блять! Ну что такое? Ну блять! Жена кофе налей по-братски! Ебать, он юзанул магнит. Нормально. Примагнитил, Фил, примагнитил. Ой, блядь, ой, блядь. Кому я отдал сердечки? На нахуй. Да еби меня уже, блядь. Давай все забери. А, это мои? Нормально, Фил. Терпи. Фил, ну есть, смотри, хорошая новость. Это Ванечке весело стало. Два у него полгода. Да ты... Я предлагаю кейк-вэф чай. Кейк-вэ, чат. Чат, КВ. КВ, чат. О, вот это заебись. Короче, смотрите, тут бегаете на ВАЗде, и когда вы пробегаете, за вами остается след вашей земли. А земли всего 4. Это типа трава, выжженная, песок и лед. Вот. Как? И появляются бафы вот такие, которые вы берете, и они так взрываются и делают... Как еще раз? Вот так делают. Нормально. Работаем. А кто я? Где я? Что я вообще? Фух. А мы просто двигаемся, и все? Да, и заполняешь с собой землю. И надо пауэрапы брать. Вон, смотри. Вот, видишь, он взял и, типа, заполнился. Бля, что это вообще за жижа, бля, белая, блядь? Ай, вор! В смысле, жижа, это лёд, бля, почему мне везёт так? Давай, нахуй мне все, воруй. Бля, ну типа просто не везет с ресом. Ну что сделать, если с ресом не везет, блядь? Да. Да. Ну мне тоже не повезло с ресом, блядь. Ваня троечка. Ваня на троечке вообще. Ой, блядь. Ёбаный кроль, почему он не работает? Хотя меня рассмешили, конечно, ребят, молодцы. Фил, вообще красавчик. Сейчас я из унитаза вылезу, секунду. О, телепорт! Еще один. О. Так, и что, и куда тэпаться? Так, сейчас он с кактусом возьмет свою залупу. Соответственно, мне желательно быть где-то сзади него, наверное. Хотя, здесь нет смысла ничего юзать, походу. Кактус возьмет свою залупу. Режиссер Пуэрто-Рико Гонзалес по роману одноименного фильма Роберта Рождественского и Клары Шестопаловой «Сосем вдвоем», бля. Это произведение. Нормально.
Супероружие кинь. Да, сейчас я кину супероружие, меня в очко выебет сразу телепортации, нахуй, да. Я пока под кактусом, я в домике, мне похуй. Ну смотри, Вань, следующий ход последний. Да? Ну так, представляешь, я единичку кину, блядь. Это что? Что это? Те кактус хотят сбить. За что? Это порофлы. Памик. В смысле? А? Ну, ты блядь, игра сейчас закончится уже. Фил, телепорт на этого, на Ване делаю. А, да? Фил, ты знаешь, ты мой друг был? А, все. Это хуйня! Подожди, кто там выебался? Подожди, кто Фил? Не я. Не, я сидел. Я сидел на балансе, говорю, Вай, красава, ебать, сейчас победить заслуженно, блядь, чтобы не выебал в тильте. Твое супероружие накладывает сайленс, то есть чуваки не смогут юзать предметы. Я нахуй. Где этот, блядь, шаверма? Да это не я! Это камик, он, да? Это камик. Да, это шаверма, блядь. Это я. Это тоже шаверма. Я нахуй камика, блядь. Даже тебе жизнь его болит. Тебя Фил свапнет тогда. А, да? Похуй. Во, блядь! Ебать, тухает. Это когда ты девушку видишь, камик, так же вот у тебя бывает с этим, ну ты понимаешь. Один. Внизу головка встает, да. Ну пиздец, ну окей. В чате у Ванька, пожалуйста, люди, начните плакать, типа, и ныть, что, ну, Вань проигрывает, то он просто... Я профессионал. Два сундука. О! А, не повезло, я понимаю, ну, не везет просто. Ебать, дальше. Просто идет немножечко дальше, не повезло, я понял, о, блядь. О, кролик! Кроль, блядь! Так, давай, кролик не, сейчас ну... должен, блядь... А кроль меня может выебать или нет? Смотри, кролик, сейчас кролик. Его ты сам унял или кто? Да. Фил, не думай тпшиться, блядь, кроль тебя уебет. Да никто не уебет, у меня будет ход, что ты рассказываешь? Его никто какой не уебет. Какой ход? Нету будет... хода после... Ай, нету блядь. Хода, Фил! А, нету! Он еще, блядь, Ване отдал этот. Спасибо, Фил. Смотри. Смотри, кролик живой остался. Кролик остался живой. Камик, если ты наведешь на этот посох, там написано «Бессмертное зло пробуждается в этом мире», типа. Короче, это канцерная спасибо, игра, брат. в ней нужно животных считать. Ага. Что здесь делаем? Кто это? Написано, видишь, «Count Tigers, Riding Pandas». То есть нужно считать тигров, которые на пандах верхом. Что еще? Кто еще? Кого считать? Нужно... Наверху будет написано, кого нужно считать. Ты смотришь на животных и тех, которые прибегают. А как считать? На пробел нажимаем. Короче, считать тигров, которые на этих самых, на панды. Нет, надо считать тех, кто написан. А, все, я понял. Блин, ей. Это на самом деле такая канцерная мини-игра, здесь гораздо лучше есть. Ракунс, Райдинг Маус. Ракунс, Райдинг Маус. Кто такой Ракунс? Райдинг Маус. Ну, не Ракунс. Блять. По-моему... А как считать? Два? Что-то писать надо? На пробел. А как? О, я правильно посчитал. Так. А что... А кто я? Мне, блядь, 2 очка дали, Фил. Кого? На пробел считай, сколько их пробежало. Все, я понял, как это работает. Енотики. Что-то кто-то переклацал, блядь. По-моему, я переклацал. А, нет. Заебись. Понятно, ну все. Не подсказывайте. Что-то там хуярит на пробел, ебать, мне пожалуйста, скачку. Мне кажется, что их было 2, 15, 47, 95, 111, 69. Сука. Да ну, блядь. Я одного просто. Чё так мало? Почему так мало мини-игры двеца? Понял, как работает игра. Очень мало. Очень мало. Снова топ-4, ну загибал. Не везет мне в играх, блядь. Ну-ка, и в любви тоже, блядь. А что за хуйня, блядь? Вас сегодня уже тэпало каждого. Меня не тэпало нихуя. Это последний. Здесь рождественский Роберт Зебес. Кто Роберт? Представите, я Зебес. Это последний ход. Давай. Не дай бог меня еще не тэпнет. Так, смотрим. Блять, ну ебаный унитаз! У меня два... Смывалово. Меня смыло в ебучий унитаз. Так. На нахуй, царь ты мне небесное, как говорится. А что, пизда мне? Все, я проиграл? Ты выиграл. Ты можешь ключей подфармить. У тебя типа... А хотя... Там же покупка, наверное, счет. А что происходит еще раз? А, тебя убило, ты резнулся на гривьярде, сейчас твой ход. А вот это кто рядом с тобой стоит? Это камик.
Точнее, это я, да, это я. За что я? Да я никого не трогаю, я сижу чилю. Это Фил, Фил. Чат, смешно вам, да? Смешно, смешно, смешно. Так, Фил. Гранату кидай, пятерку. Ну, типа. Пошла, пошла, смотри! Пошла! Смотри. На, нахуй! На. Бля, что так мало? Минус 14. За пределы этого мира улетел, так? Направо. Сейчас, раз, два, три. Бля, нельзя. На! Вот так вот. Красава. Вместо подарка пошел отбалуться. Ребята, а че у меня? Я не понял, блин. Он подарок. Он для меня подарок какой-то. Предмета ноль. Я только кубик могу бросить. Да. Ой, сердечко мое. Не. Флэш? А кто? Ну нахуй, король выиграет сейчас, смотри. Я первый ходил. А, все? Да. А что у нас? Получается, что победили? В смысле? Не, победитель. Ну, Ваня победил. Вручение награды. Так, мы собрались здесь, чтобы... Смотрим. Че, блядь? Вручение наград, короче, понятно, сейчас будут разные номинации. Нанесено урона будет... больше всех. И за них будут подарки даваться. А. И плюс один кубок. Улетел. Получи на ключей больше всех. Ага. Пиздец вообще, и он ныл. Ой, нахуй. Да. И этот чел ныл всю игру, блядь, это о том, как ему это везет. Стратегия, пацаны. Выиграны мини-игры больше всех. Это точно я, проиграно. Проиграно больше всего я должен быть. Есть такая номинация? Нет, тут дается только за... Ну, там, Вань, там есть настройки, что можно за то, что проиграл, больше всего тоже кубки давать, награду. Лучшего абсолютного победителя. Да, Ваня заебал. Хеквей в чат, друзья, в честь Ванька, который выиграл. Радость Манурина, 150 рублей, давай. Спасибо большое, Радость. Это я, кстати. Это я сдонатил. Так, ну вот смотрите, теперь топ-1, он как бы стоит на пьедестале, топ-2 пониже, топ-3 пониже, а топ-4 он в клетке, в общем. А топ-4 это Фил? Топ-4 в будке сидит, блядь. Оу-е! Ебать, можно пиздиться. Давай, ну нахуй мне рубанули, тупо выключили меня. Блядь. Бля, выключили меня. Ша! На нахуй. Выпустите, блядь. На, сука, потушил, блядь. Алло, нахуй. Ша, май везер. Ша! Пиздец, нахуй. Вань, ты что, ты разогрелся? Давай, что, я боксер! Ой, блядь! Блядь, сука, боковой. На, пиздец, нахуй, вообще. Давай, Фил, выходи! Он бессмертный, о, блядь, это Брюс Уиллис. Бля, охуенная игра, мне прям так понравилось. Изначально прям настроение хорошее было. А, да, Вань, уже? Бля, я всегда говорил, что это хорошая игра. Вань, представляешь, вот, мы, если бы твои настоящие верные друзья тебя не ждали, то мы бы не поиграли даже. Не, пацаны, я вас пред вами просто помогу. Бля, в клетке пиздец, что такое, блядь? Фил, так ты выбеги из нее, Фил. Я не умею, здесь нельзя, типа... А, да, ну я же забыл, да, из нее нельзя выбежать. На нахуй. Ну нахуй подушили. Бля, Фил перепиздят. А иди сюда, блядь. На нахуй. Да нахуй! Пошел нахуй, блядь! Тут электричество, блядь! Электричество хуярит, блядь! Да нахуй! Ой. На, за нахуй, что, блядь? Ну еще, да это слишком долго будет, да? Или не, может не. Еще будет? Ну хорошего понемножку, я думаю. Да, 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 иногда можно будет так поиграть, только мне надо перед этим будет сделать так, чтобы меня никто не додосил. Да, бля, прикольно, Гэнд Бист еще прикольный, ее можно поставить, там тоже можно поугарать. Да. Охуенно, охуенно было, бля. Ну, реально, да. А эта игрушка, друзья, смотрите, я Fall Flat купил, правда, не запускал. Я в нее играл 2 недели практически, каждый день, где-то полгода назад. И она через 2 недели уже подзаебала, поэтому... А потому что надо понемножку играть. Да, самое лучшее, это вот ты собираешься там раз в недельку, раз в две, хуяришь, и тогда ты можешь в нее хоть полгода играть. Циглы с вами полностью. Я стыглысин с вами полностью, да. Кстати, реально прикольная игра. Реально, я вам говорил, да, молодец. Я что, я предложил эту игру? Флэш, да за что, блядь? Это шутка, Флэш, ты красавчик, молодец. Чтоб
Жалко, Картман только не был, киданул парнишка. Че, ливаем, есть же, есть же. Да, ливаем, я пойду матч по шпиду. А, это правильно. Мафию на завтра, да? Сейчас пойдем в мафию? Я, меня завтра не будет, друзья, у меня съемки в сериале. В сериале снимаюсь. Сюда. Сюда сериал. Яко, бедная Настя или кто? Нет, моя... Бедная Настя. Сверхъестественная? Чего? Я за Жанну Аркадьевну буду. Это я, кстати. Фу, бля, пиздец. А я, кстати, этот, дворецкий буду в этом. Ну, слушай. Фу. Ребят, вы как раз, ну, типа, красиво посмеялись. Прям видно, да, очень что-то. Классно, очень классно. Да, заебись, чуваки, спасибо. Жалко, конечно, блин, Артурчика не было. Мы бы с удовольствием впятером ебанули. Я думаю, тоже было бы не менее весело. Вот. Ну, просто смотрите, тут в этом и дело, что если людей супер много, там, 7-8, это становится очень душно... будет, очень. Душновато, да, долго да. ждать. А вот, типа, 4-5 да, да, да. человек, это самое да. оно как раз. Вот, такие дела. Камик что-то взгрустнул, говорят, Камик. Да не грусти. Кто? Не, вы чё, ребят? Я, блядь, и, ну, не знаю, не везет мне в играх и в любви тоже. Сыглы. Странно, мне не везет с компьютером, пацан, нормально. Фил, смотри, Ваня играл первый раз, а я, типа, 15-й. Ваня разъебал, 4 сынука взял, вообще легко. А Ваня такая специально, видишь, дисбарелил, а самое-то ключи там, давай, иди сюда, блядь, это самое, понятно. Это просто стратегия была, ребят. Да. Тихо едешь, дальше будешь, как говорится. Всем. Да не, на самом деле, вам огромное спасибо за компанию, просто красавчик, весело. Аудитория, извините еще раз перед всеми вами, в том числе, конечно, что у меня так получилось. Я не знаю, я буду сегодня думать, что происходит с компьютером, что с этой веб-камерой, блядь, это проклятие ебаное. А, героям слава, получается. Ну да. Вам. Да, вы в чате у себя спросите, что им как понравилось. Нет, понравилось там чатик. Вообще имба там туда-сюда. Чатики, да, чатик понравилось. Блядь, по-моему, ну, мне понравилось. Да, сказка еще, да. Один написал нет. Ну, выделился. Один только написал. Остальные все, да, плюсы. Ну, все получается. А просто пораньше начинать надо стримить, чтобы такая вот не была проблема с тем, что... Да, понятно. 7 норм и одну игру на 30 со всеми неиграми. Да, хорошо. Потому что, видите, мы сыграли 15 в первой и 15 во второй примерно. Да. Фил, ты что, подтягивай? Да? Да нет. Давай, Ванечка. Если кто... Давайте, мои хорошие. Вам добрые, здравые. Намок, блядь. Занял топ-4 и намок все равно. Да, давай, настрой, нормально. Вань, вебку, что-нибудь почини там, чтобы нормально все работало. Да, давайте, ребят. Пока. А ты в мафию не хочешь пойти, слышишь, Вань? Я не хочу, меня задушат, если я буду так часто мафию как выиграть. Я понял. Меня так-то тоже задушат. Мне достаточно, братан, типа, я просто не хочу.